Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Айзека, в Repentance. И сегодня у нас будет долгожданный многим персонаж еще из первых серий Repentance, хотел Afterburst, Antiburst, у меня все в голове перепуталось. Это Каин альтернативный, давненько его ждали, я его оставлял напоследок, сегодня у нас он наконец будет. Два здоровья, три скорость бега, ну скорость бега такая хорошая, дамаг здоровья примерно обычная плюс-минус. No Destiny. Destiny это судьба, типа нет, без, типа то, что все предсказано, имеется в виду, наверное. Bug of Crafting. А, это предмет, наверное, кстати. Хрен его знает. Я задавал в прошлый раз в комментариях вопросом, просил ответить мне, как играть с ним, с рецептами или без. Мне объяснили примерно суть персонажа, то есть, точнее, то, что он задуман без рецепта все-таки. То есть рецепт это, по сути, ну, такой некий чит, можно так сказать, не знаю. Вообще-то задумка в том, что ты не должен знать, что ты крафтишь, постепенно можешь это как-то узнавать для себя, там, выписывать и так далее. Но изначально ты не должен это знать, соответственно, тебя с крафтами ты будешь... У тебя будет огромнейший забег, потому что ты всегда знаешь, что ты можешь получить, и будешь все это чекать. А рецептов там буквально там что-то 1000-3000 мне писали там по-разному. Я просто вообще не знаю, как это работает. То есть я задавался вопросом именно потому, что я просто не знаю, как он играется, как он задуман и так далее. Я даже не понимаю, как у него крафт работает. Я смотрю, у него типа... Предмет у него есть. Ага, он может типа скрафтить себе... Три предмета он каких-то собирает и получает что-то еще, да? Я просто не знаю, он предметы собирает, пикапы или то и другое, и как это вообще работает? Потому что сначала я думал, что если это работает так, что ты подбираешь два предмета и получаешь из них третье вместо этих двух, то от игрока особо ничего не зависело бы, то есть как бы он просто будет крафтить что-нибудь. Но я так понимаю, что это работает иначе как-то. И вроде как у него и пилюли вроде можно крафтить, я так понимаю, и все проще. Мне радует, что единственное, что я бы хотел это 5 гульпов скрафтить, может быть я их потом когда-нибудь посмотрю рецепт, чтобы открыть челлендж, потому что ну просто это камон. Это должно дико повесить, чтобы где их попалось только в забеге. А это давайте откроем. Посмотрим на его механику, я не знаю, как она... Может быть, если я открою мешок? Нет. Так оно не подбирается. Может быть, это надо... Нет! Куда? Нет, псимуха! Она, я думаю, она типа действительно должна лопаться или меня просто потроллили? Я пока не... Я не знаю, как это работает. У меня работает механика, я с ним ничего не играл, не делал, никак не пробовал. То есть мне объясняли, что так персонаж очень фановый, но рандомный, конечно. А, соответственно, ты постепенно запоминаешь рецепты, но ты все не запомнишь, потому что их очень много. Как мне объяснили. Там типа на каждый предмет по несколько рецептов, а у нас предметов там под 500, наверное, может быть больше, может там около того варьируется. Не знаю точно. А если ты, соответственно, смотреть с вики, с рецептами, то... Ты можешь что угодно сделать, можешь спокойно набирать имбы и так далее, но это будет не очень интересно. Это как типа со старту искать всегда Magic Mushroom там и всякое такое, ну, такое себе. Там некоторые удивились просто, что я задавался в принципе таким вопросом, но я просто не представляю, как он в принципе играется, как это что воспринимается и так далее у него. Поэтому у меня были такие типа вопросы насчет того, как он с рецептами надо играть или нет. Так что, скорее всего, буду играть без рецептов, но при этом, может быть, потом я один забег с рецептами сделаю. Я не думаю, что я там многие рецепты запомню с этого. Плюс еще мне говорили такую тему, что сейчас рецепты все едины, да, то есть как бы у всех они одинаковые. Но потом, типа, собираются сделать такую тему, что рецепты будут привязаны к сейву. То есть у каждого игрока будет свой список рецептов, он их должен сам запоминать. Наверняка потом появится программа, которая все равно будет там высчитывать все рецепты конкретного сейва и так далее. Но я таким пользоваться не буду. И, типа, вот интересное такое изменение, в общем-то, будет в дальнейшем. То есть у каждого будет уникальный такой, уникальный Каин. Так, сердце пока что подождем. Может быть, я потрачу здоровье на боссе и... Давайте подождем. Упс, вот это я зря. Это я определенно зря сделал. Это я определенно зря прошел. Хотя, слушайте, I'm excited. Если ты с ним справляешься, то он положительный. Потому что у меня персонаж-то быстрее атакует тоже. Я могу быстрее босса убить в теории. Не, а что, прикольно, кстати. Я никогда не задумывался насчет того, что I'm excited может иметь положительный эффект. Никогда особо с ним не играл на боссах, в том числе. Старался, типа, пилюли прожимать, в принципе, не на боссах, знаете. Неизвестно это, а. Кто мог там и паралич попасться, и всякое такое тоже. Что было бы не очень приятно. Так, это голод, я так понимаю, что нам из него кусок мяса выпадет, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я скажу, быстрый, господи! Вот поэтому я сердце синее сразу не подобрал, потому что я сейчас здесь потрачу здоровье, и потом в шипастую комнату я зашел бы, если подобрал бы сердце, зашел бы за две половинки синего, а так я зайду за половинку красного. Так, вопрос, как это работает?
Так, мешок я не могу получить. Да господи, да что за приколы, пока что не ясно. Может, мне надо прочитать его механику после этого этажа, потому что пока что я два предмета потерял просто в никуда, и у меня они никак не добавились в мой мешок. Что такое? А, он должен их капать так! Ёж твою налево, все, я понял. Он их должен махнуть мешком. Я думал, я беру мешок в руки и подбираю предмет, а я должен еще и направить на нужную сторону. Тут не удивляйтесь, ребят, я впервые этим пользуюсь. Собственно, я не знаю, что он у себя представляет, соответственно. Ага, я могу ключ взять тоже. А, смотрите, либо 4 пика... А, нет, смотрите, 2... Я предмет получу вообще или нет? Нет, так, я с нуля пытаюсь разобраться, поэтому такие ступоры изначально очевидны. Так, окей, то есть мы это сейчас на вики нам смотреть не надо, то есть я поразобрался, как мне надо подбирать предмет. То есть если я подбираю предмет так, я получаю из них просто пикапы, которые могу потом тоже мешком взять, если мне предмет не нужен, получается. Пойдем сюда, допустим, здесь будет у меня... Не знаю. Я так понимаю, что если пикапы, то там есть такие 4 квадратика, типа, и я по квадратикам расставляю эти ключи. Если будут предметы, они, наверное, целиком весь слот будут занимать. Причем у меня квадратиков стало меньше. То есть, может быть, по пикапам, если я собираю, то мне надо... Что это такое? А, окей, понял. Долгая комната будет, если на шипы. Типа, чтобы не рисковать, так, А, вот, хорошо. Там был газ по центру. Допустим, махнем мешок, монетку возьмем тоже себе. А, вон, 4 собрали. Еще надо 4, так понимаю, да? Тихо-тихо, блин. Да ты серьезно, они еще стреляют в обратную сторону. Я не знаю, стоит ли мне идти на дьявола. То есть у меня предметы, наверное, надо будет сначала купить. Или я не знаю, вряд ли я смогу их сразу. Ух, ни хрена себе. О, золотая бомба, это я возьму, пожалуй. Хотя, может, стоило в рецепт дать, может быть, за нее будут рецепты какие-то крутые. Что-то я без понятия. У меня сейчас здоровья нет, к сожалению, у меня, то есть, ну, как красное здоровье осталось. То есть сделка у меня может сломаться. Стигмата. Ну, давайте попробуем ее хапнуть, например. А, в смысле, а как? А я не могу хапнуть так предмет? А в смысле, а как это, так это? Я все предметы в пикапы, что ли, превращаю? Стоп, я думал, я предмет... А, нет, я, наверное, не могу, потому что у меня уже пикапы... В мешке, пока я с них не соберу сет какой, не соберу что-нибудь себе, я не смогу взять предмет. Да, давайте подождем, пока что не будем это выбирать. Кроме я так понимаю, что это так работает, наверное. Так, костры синенькими стали. Оп, держите так. Нормально. Аккуратненько, хорошо. Так, в магазин давайте, наверное, зайдем. Я бы здесь... Ай, подарок есть. Подарок я не смогу, то есть я его куплю, да, и у меня персонаж отпустит. Хотя это активка. Хрен его знает. Может быть, я не могу подбирать предметы собственноручно вообще? Типа, все, что я подбираю, у меня будет заменяться на пикапы. Я должен все подбирать именно то, что получать от Каина. От его способности. Может быть, это так сделано. Это давайте взорвем, здесь взорвем. Секретку поищем, я думаю. Повзрываем синие костры, в том числе, раз у меня бомба есть. То, наверное, он того стоит хотя бы. Пытаться поискать синие сердечки, чтобы защитить себе сделку. Так, а секретка у меня, судя по всему, кстати, вот здесь. Потому что больше ей... А, нет, не здесь. А, она еще, может быть, знаете где? Так, во-первых, здесь я не знаю, что мы чекаем вообще. Она может быть вправо от золотой комнаты. Да, именно так. Необычная генерация такая. Импресс и The Moon. Импресс могли бы прожать сейчас. Попробовать на боссе, чтобы попроще его было вынести. А The Moon подобрать потом. Нам все равно в эту комнату придется вернуться. Бомба есть, если что. Если босс будет тяжкий, конечно. Посмотрим. А, колостомия. Кайф. Охренеть. Ну, понятно. Минус сделка. Ясно, ясно, да-да-да. Хорошего босса дали. Кайфного. Серьезно, просто серьезно. Я понимаю, да, я понял прикол этого босса, его сложности, все такое. А, нет, смотрите, у меня всего две ячейки все-таки. Я подумал, что у меня типа, видите, там типа... Я подумал, что по центру это тоже ячейка для предметов. Судя по всему, я из двух предметов сделаю следующий какой-то. Оп, а как? А я не могу так взять, да? Или что?
Так, давайте подождем пока что. Может быть, я все-таки могу только пикапы подбирать. А может быть, там надо именно так, чтобы я мог добраться до предмета. А так не позволяют его взять, соответственно. Я думаю, что если сейчас у меня предмет не будет подбираться, тогда я пойду посчитаю Вики, как работает персонаж, как у него, собственно, сеты эти собирать в принципе. Да, но с боссом у меня, конечно, был такой попадос. Были шансы его завалить, но что-то как-то... Я начал сам там бомбы кидать еще. Ну, кстати говоря, бомбы на нем не скажу, что как-то плохо. Они, по сути, убирают его туман в том числе. Что прощает задачу тебе, но... Да. В прошлый раз как-то, когда я его встречал, у меня было, по-моему, больше дамага, и как-то было попроще с ним все-таки. Сейчас он меня просто без шансов расчекрыжил. Ну ничего, первым бинком. Так, пока что ждем, пикапы не подбираем, хотя потом, скорее всего, возьму я их. Эти, по крайней мере. Оп. Сегодня пойдем мы куда, я сам, кстати говоря, не знаю, я еще не планировал. Так, пока все оставляем. Если я не смогу забрать предмет с босса, то будет уже видно. Если сможем забрать, тогда пытаемся забрать из золотой комнаты и создать из них что-то новое. Посмотрим, что мне в первую очередь создастся, в принципе. Так, это простой босс. Приятно. Тут получается, что мне не настолько важно сейчас даже, что у меня выпадает из босса, потому что я из этого буду крафтить хрен знает что. Возможно, что в этом есть какая-то логика. Например, какие-то там отравленные слезы плюс бомбы там дадут себе пикак. Или что-нибудь в таком духе. Ну, я не знаю. Но я не уверен. Рецепты мне какие-то ключевые говорить не надо. Я думаю, что если мне что-то такое захотелось бы, я бы сам мог это спокойно прочитать. Тем более, что, камон, если сочетание из двух предметов тебе дают третий, то у нас тут 500 предметов, да? Ну так, условно, да? Я не знаю, сколько именно. Там может больше, скорее всего, даже. Учитывая еще пикапы и прочее. Нет, не получается. Может быть, я все-таки только пикапы могу подбирать, а предметы я должен... Подбираю предмет, мне дают пикапы, я выбираю, что из этого подбирать, а что из этого в мешок класть. Скорее всего, именно так. Но сейчас я все-таки, ребят, отправлюсь почитать. Так, вот, в общем-то, я открыл его страничку. Давайте посмотрим, в общем-то, я не читал еще сам. Начинается с двух контейнеров с сердечком, одного ключа и сумки для крафта, в слоте для расходных материалов. Спорщик Каин не может получить предметы, кроме сюжетных, никакими средствами, кроме сумки крафта. Ага, вот так вот, да, мы это уже ощутили. А сюжетный, соответственно, ключ там, ножик, например, такой мы можем взять. И попытка сделать это превратит предмет в набор расходных материалов. Если это делается в комнате со специальным пулом добычи, одно из выпавших предметов будет гарантировано тем, что смещает рецепты крафта в сторону этого пула. А, то есть если я подобрал, например, в комнате ангела предметы, мне выпал там ключик, да, и бомба, то один из этих двух пикапов мне в сторону ангельского пула сместит результаты крафта. Судя по всему, так это я понимаю, по крайней мере. Но заранее узнать это я не могу. То есть у меня получается... Пул смещается в зависимости от того, где я подбираю еще. Стоп, а все-таки получается, что я крафчу не из предметов, а из пикапов именно. Создание активного предмета, когда он уже находится в руках, также превратит старый активный предмет. Создание активного предмета, создание. Когда он уже находится в руках, также превратит старый активный предмет в расходный материал, а не выбросит его, следуя тем же правилам, указанным выше. Если я подбираю... А, то есть он пьедестальный предмет, наверное, сделает. Если я подбираю предмет... активный и махаю, может... Я не знаю, как-то можно, короче, превратить, не суть, сейчас не будем с ним заморачиваться. Список рецептов с использованием наиболее распространенных компонентов. Здесь доступен у нас также есть. Установлен мод, который включает добавленные новые рецепты в любой форме. Что-то там полностью изменится, чтобы приспособиться к присутствию. Перевод, конечно, это автоматически такой себе тоже. Элемент, относящийся к сюжетным, соответственно, там лопаты, записка папы, догма, предмет из догмы, соответственно, который мы не видим. Ножики, ключи, полароид, негатив. Предметы не удаляются из пула предметов после превращения в подбираемые предметы или после успешного создания. Однако при просмотре предмета по-прежнему применяется уменьшение веса. Тут, конечно, механика не такая простая. То есть я основные какие-то моменты могу понять, но без тонкостей. То есть как там пулы, например, зависят и все вот это прочее. Ну, примерно я так прикинул. То есть я должен 8 пикапов собрать, и тогда мы получаем какой-то предмет. Судя по всему, что-то в таком духе. Давайте две бомбы, наверное, вот эти подберем. И дальше махаем. У меня типа... Возможно, у меня... Блин, ну тут комбинации, я даже не знаю, сколько их много. Много ли? У нас очень много будет пикапов всяких, да. Ну сейчас, получается, мы сейчас что-то новенькое себе создадим сразу, да? А, не достаем, да, здесь? А здесь? Тоже не достать. Ясно. Так, а если сердечко взять? Тоже можно. О, я лапу Каина создал, да? А как ее получить?
Ну, я сделал ее. А, я могу контролом менять что-то. Контролом я могу менять порядок этих штуковин там. А как ее сделать-то? Упс. Ну, достало, по крайней мере. Ай ты, блин, я хотел бомбу-тролль положить сюда. Слушайте, я реролю себе предмет. А тут не написано, как его получить. Space item. Ну, это, актив, это обычное управление его. Я не понимаю, как я могу получить предмет свой. Господи, дайте мне из мешка-то достать это. Типа, на все клавиши управления, которые у нас есть, я нажимаю вроде как. А-а-а, ого! Вот и как мне до этого догадаться надо было? Надо зажать клавишу Q, которая у меня использует карту. Понимаете? Просто, блин, Айзек обожает в Repentance нагромождать управление новыми клавишами, которые раньше вообще никакого... таких деталей не было у нас. Тут добавилось такое, что я могу зажать клавишу использования карты какой-нибудь. У меня, кстати... А, монетка удачи у меня, смотрите, там попалась. Я смотрю. Я могу, получается, менять здесь порядок для того, чтобы просто вместо одного предмета получить в итоге какой-то другой. Вот как. И в таком случае... Тут я... В таком случае, получается, я буду подбирать новые предметы, то есть тратить их, по сути, как бы... Пикапы тратятся, да. Но я могу получить что-то более полезное. Если то, что было до этого, меня не устраивает. Там было D20, я, в принципе, не хочу играть D20, то есть сильный предмет, я не спорю. Но с ним бывает очень долго. Просто чертовски долго. Блин, там камушек с крестиком. Мне нужна бомба, а у меня ее нету. А из мешка я не могу ничего выловить, да? Так вытащить просто, к сожалению. Ну, ёлы-палы, а. Он может дать мне одну монету, 100% шанс на одну бомбу, если вы в подвале один или убили босса за одну минуту. Одна монета. Хотя вроде я в первом подвале. Ты целлер. Вроде оно, да. Ладно, погнали, короче говоря, на этаж. Примерно я механику понял. То есть, да, здесь сочетание просто 8 монеток дают один предмет. 7 монеток и ключ дают другой предмет. Я не знаю, важен ли порядок, в котором они располагаются. Не, порядок не важен. Мы там могли его скипать, точно. Важно именно сочетание все эти. Их очень много. Я взял себе, в принципе, предмет, который я хотел как раз-таки, да. То есть я там уже понял, как он работает. Типа я случайно его взял, но я не против был этого предмета, потому что он веселенький, мне он нравится. Я люблю такие предметы, которые просто меняют модификаторы слез. Даже если они не особо удобные могут показаться, но это интересно, по крайней мере. Оп. Хотя тут в целом я особо проблем не вижу, не обратил внимания, у меня терзы, по-моему, не дал, да, никакой. Не уверен, что этот предмет, в принципе, какие бонусы тебе. О, белый половинка сердца, нифига себе, прикольно. Может быть, потом попытаться. Ну, в принципе, это гарантированный HP up после выхода. О, отлично. Вот у меня здоровье как и так могло закончиться в один момент случайно. Соответственно, с одного предмета я не получаю. Целый предмет выходит, да? Это я возьму пока что. Ага, тут вообще. И мне без разницы, что брать плюс-минус. О, 10 монеток. 10 монеток я возьму. Хотя из, теоретически из более полезных пикапов должен быть более полезный дроп. Из одного предмета просто мне выпадает сколько там? Около 4 пикапов. Там, судя по всему, рандом, по-моему. Там по-разному дропалось. Но я думаю, что 8 будет выпадать редко, чтобы оно прям вот стоило того же. То есть у меня в целом предметов должно быть, наверное, меньше. А хотя, не обязательно, потому что еще пикапы есть в комнатах. Да. Я думаю, баланс плюс-минус соблюден. Но я могу их себе постепенно делать. Можно, конечно, там лютейшую имбу себе делать буквально с первого этажа. Я уже представляю просто, как это примерно работает теперь. Понимаю. И это, конечно, смотреть эти рецепты, это просто... Там есть калькулятор рецептов, который дает тебе просто показывать рецепты, которые ты можешь получить, исходя из того, что у тебя есть. Вроде как, но... Нетрудно что-то имбовое такое легко запомнить спокойно можно, в общем-то. Но я бы не хотел так делать. Ага, проклятие по-прежнему дает, распространяется на мешок. Как интересно. Давайте подождем пока что. Если мы выйдем с этажа, я так понимаю, что... А, господи, я вообще не понял, что мне делать надо-то, господи. Я так понимаю, что проклятие пройдет у меня, скорее всего. Но тогда я не получу предметов еще здесь дополнительных каких-то. Так, водомерок пачка. Нет, моя сделка.
Упс. Упс, топливники еще. Ну тоже не так страшно, с водомерками было близко, кстати говоря. Там я мог подслиться. Правда, без предметов на босса идти тоже, конечно, не лучшая задача. Так, зайдем сюда. Опа. А, господи, я радуюсь так предмету какому-нибудь. Хотя это все будет рандомно. Блин, хотя мне писали, что я здесь профукаю. Просто интересно. Оп, сгнилое сердце взял случайно. Ладно, давайте, наверное, сделаем предмет. Spider Bite, слово эффект, нормально. Оп-оп. А, и гнилое мы потратим сразу, да. В принципе, неважно. Так, это мы сможем взять? Блин. Есть, взял, смог. Аккуратненько. Есть. В принципе, сейчас это смысла не имеет, кстати говоря. О, Рейнмейкер, окей, это нормально. Рейнмейкер не особо опасен, вроде как, обычно. Хотя арена такая с уголками немножечко подрезанными, что не очень круто для меня. Мне кажется, отлично, время проведу. Я бы хотел его без урона убить. Так, 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 мне не нравится, как он там встал, так. Аккуратненько, ходим. В конце он после атаки всегда стреляет, судя по всему. Нет, блин, ну какого хрена? Он прям практически на мне создал это. Ну, минус сделка, что я могу сказать. А, как у меня дико неудовлетворение, когда просто вот вначале ты теряешь сделку. Хотя мне сделка не особо нужна была, мне нужна была комната ангела скорее. Но она у меня отодвигается как минимум на один этаж, получается, сейчас. Нехороший пока что старт. Так, ну чё. Давайте чирик тоже возьмем, короче, такой. А это я с собой заберу. И тоже хрен знает, что создавать, да? Ну, давайте попробуем. А Плюмфлайт, который... Короче говоря, как его... Призывать муху нашу маленькую. Так, только не сам на шипы не встать здесь. Так, значит, забираем белое сердце сейчас, да? А, можно в магазин зайти. А нельзя в магазин зайти. Как я в магазин зайду, если у меня нет... А, нет ключей. Можно поискать секрет? Нету секретки здесь даже. Внезапно. Они так с задержкой такой раскрываются. Так, белое сердце потом заберем немножечко попозже. Так, а секрет где же у нас обычный-то? Слева здесь, что ли? Либо здесь, либо сверху, да, возможно. До конца не ясно. Давай чекнем, что ли. Нашел. И нашел. Отлично. Так, три пилюли. А если я пилюлю возьму? Пилюлю тоже можно брать спокойно. Ну, попробуем из пилюль что-нибудь создать, что ли. Там из пула секретки, кстати говоря, мы взяли сейчас. Но это из пула секретки, там оно просто изначально лежало. Поэтому, возможно, что оно пул секретки мне не добавится сейчас сюда. То есть у меня, в принципе, важно то, где я подбираю пикапы, или точнее, из какого предмета я их получаю. А если они у меня просто обычные, то они как-то склоняют чашу весов куда-нибудь. Давайте муху призовем. Ой-ой-ой, что я делаю-то? Нет! Так, это мои выстрелы, да? Ни хрена не видно. Спасибо, муха. А, это неплохо помогает, в принципе. Косит так. Оп, оп. Ух, ни хрена себе. Еще эти вылезли. И куда? Минус сделка опять. Нехорошее начало забега пока что. Совершенно такое. Не уверен. Но может быть меня игра наградит потом каким-нибудь дропом. Но это абсолютно рандом, по сути. Ты просто вместо того, чтобы получать предметы обычным способом, будешь получать их путем крафта. Запоминать рецепты я явно, блин, ну вообще будет не до этого. Мне кажется, максимально. Разве что я могу сделать, это реролить предметы, которые у меня при себе, и искать что-то другое, но все время отодвигая на один... На один пикап, ну как это, сбор... Я мог собирать следующий предмет, а могу отодвинуть свой текущий и поменять его на что-то рандомное для меня, по сути. Аккуратненько. Может быть, стоило, кстати говоря, бы за этого персонажа тогда ходить по обычным этажам, потому что он никакого бонуса с этих этажей не получает, я это понимаю сейчас. Но просто даже из интереса я пошел сюда скорее. Чем из-за пользы. Так, карта повешенных, Ингетмен. Давайте возьмем ее с собой тоже. Чьи карты сюда тоже заходят. Так, пятимонетную давай, тащи. Лео. Не, Лео я не хочу, это... Делать меня косолапым, блин, я не больше фанат этого эффекта, честно говоря. Вообще небольшой. Консервы тоже нет. Знаете, еще вместо монетки возьмем себе, допустим, ключик.
Deck of Card тоже нет. Айс так сделаем. О! Mysterious Liquid я возьму себе, это прикольная штука. Токсичная такая штучка. Она еще все время хорошо синергирует с моими слезами. Они остаются каждый раз, следы остаются на каждой точке, куда я попадаю, в принципе. Еще у меня здоровья вообще не осталось. Дай пленку сердца. Не дает. Так, если что, муху призываем. Я думаю, что призываем, пожалуй. Правда, за ней ни хрена будет не видно, и я опять сдох. Но это была моя ошибка чисто. Ладно, я это оставлю, потому что это первый взгляд на персонажа, в принципе. Эти не самые удачные попытки, но тем не менее. Ну окей, зато сейчас я уже разобрался, как персонаж работает в целом. Что он и как делает. Оп. Собирали. О, кстати, двойная бомба дает две бомбы именно. Просто две бомбы закидывает, не двойной идет. А два пикапа. В принципе, справедливо, я думаю. Ух, это было близко. Так, мы сейчас уже можем создать предмет, но другое дело, что этот предмет, он как бы прикольный. Но я получается, что предметы, которые он поставит мне на пьедестал, они тоже разберутся у меня. Плюс их надо будет подбирать только вместо бэбика. Вероятность того, что я смогу это реализовать, очень маленькая. То есть я могу этот предмет взять и разобрать его каким-то образом. Активки там писалось, что можно их как-то разбирать. Я, наверное, предпочту это сделать, собственно. Позор. Блин, хороший предмет. Я предпочту это поменять себе на что-нибудь другое. А, это, блин. Опа. Красная корона. Нет. Монетка. Тоже не особо то, что надо мне. Так, а если я еще одну бомбу возьму вот так? Бум. Да, у меня, видите, предмет в пользу бума, видите, склонился. Фул предметов. Очень много бомб, и в итоге мне дают бомбовый предмет. Хотя, может быть, это совпадение. Там еще монетка и сердце в рецепте. А если я возьму себе вместо этого, я этот самый не получу? Нет, не получу. Подумал, что может быть я получу тогда этот самый, как его, защиту от взрывов. Забыл, как он называется. С отхилом, который именно. А, книга секретов. Блин, ну, наверное, не то, что мне прям сильно нужна. Не откажусь, но я хотел бы пассивные предметы больше. Но зато этого персонажа, кстати, не будет такой большой проблемы, то, что у него... Активки выдают подряд, и он ничего не получает. Он активку может себе сам как бы создать одну и больше их не делать. Попросту активки, которые встречаются, он будет разбирать на предметы. Тоже такая приятная деталь. Но я бы хотел в первую очередь именно себе комнату ангела обеспечить и по ним пойти. Сегодня серия, возможно, будет долговато, конечно. Тихо. Но посмотрим, может быть что-то интересное такое. Если какой-то сильный предмет создаешь, то надо его запоминать. Блин, ну это прям уникальный интересный персонаж будет, потому что он у каждого будет индивидуален. И каждый индивидуально сам для себя должен запоминать и выводить рецепты. Какие-то интересные, что-то он наоборот. Вряд ли кто-то будет запоминать все там на бумажке, что-то выписывать можно себе, конечно. Но самое ключевое такое, ну это прям интересно, правда. Давай. Блин, это тоже не то вообще, что я хочу. Ищем себе просто более сильный предмет, из-за этого я теряю возможность набрать еще какие-то. Ух, чуть не попал. А че он ядовитый? Блин, вот Mysterious Liquid, мне нравится предмет, и там в прошлый раз у нас было, в принципе, такое приятное сочетание, но, к сожалению, закончилась серия. Не серия, а забег. А, он просто сам по себе ядовитый такую штуку делает, да? Фига. Реально. А, нет, ну как-то он себя сам потравить умудрился просто. Не понимаю, как, ладно. Не суть. Сейчас не об этом, мне просто, блин, долго-долго пилюкать. У меня статы, кстати говоря, по дамагу у меня меньше, чем у обычного Каина. У него-то статы такие немного повышенные все-таки. Старт идет получше. Просто увлекательный геймплей такой. Он опять себя взорвал. Он когда взрывает себя, травит, конечно, дамажит себя, но оставляет след, во-первых, во-вторых, еще и быстрые выстрелы запускает. Но в целом я не против. Все-таки так он хотя бы побыстрее умирает, а то я не то что сильно вливаю в него, а так он еще мне сам помогает. Все, наконец-то готов. Так, возьмем себе половинку сердца, допустим. Это слабая муха, по-моему. Да, ёлы-палы. Почему мне два разных рецепта дают один и тот же предмет, кстати говоря? А, ну потому что мне говорили, да-да, что там... Может такое быть, что у нас один предмет крафтится разными путями. Я вокруг него ворочаюсь.
сейчас. Не могу себе найти, ну потому что этот предмет мне вообще не пригодится, скорее всего. Он мне опять бомб даст, и на этом все. Так, вот здесь мы взорвем бомб, потому что, может, секрет будет еще. Отлично. Так, пока подождем. Радужная какуля. Давайте откроем. Ага. Это тоже мне даст... Да, дроп. Так, ну давайте попробуем так. А это еще что такое? Тентакля, по-моему, которая бьет врагов, да, если не ошибаюсь. Клинди Бади. Да-да-да, она бьет врагов. Это прикольная штука. От этого я не откажусь. Так, кстати говоря, там вообще-то... Мне бы бомбу сейчас взять. А, вот здесь есть две двойные бомбы. Блин, ну слишком много бомб, кстати говоря, набирать в мешок я сейчас не хочу, потому я опять буду ворочаться вокруг детонатора. Есть смысл костры, соответственно, взрывать и все-все-все прочее. Давайте монетку возьмем себе. О, здесь есть еще камушек самый с крестиком. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, монета, которая с удачей, она тоже отображается здесь особым образом, поэтому я возьму ее себе в мешок. Ну давайте бомбу-то возьмем еще одну. А, тут могли бы, в принципе, взорвать. Кстати говоря, вот так взорвать вообще выгодно, есть автомат. Из него еще дроп. Давайте одну монетку возьмем, мешок откроем. И тут ключей наберем. Во. Создали какую-то хрень непонятную, я вообще не знаю, что это. Давайте попробуем. 120 вольт, зэп. Я не могу узнать, что это такое, кстати говоря, потому что мне мод мой не помогает. Мне, да, мне написали, что в моде Item Description, вот этот вот, который у меня есть, да, и который мод конфигню, который для отображения, там изначально... Стоп, что я нажимаю тут? Туда, сюда. Тут изначально включены рецепты. Я их долго искал здесь, а потом оказалось, что они здесь дальше есть. Вот здесь крафтинг написан, и можно как раз таки поставить, чтобы тебе никогда не отображалось, что ты крафтишь. Как-то так. Я получил какой-то непонятный предмет для меня. Я его не припоминаю, возможно, встречал, возможно, когда-то просто открыл и не видел. Не знаю, что он делает, и, наверное... Так, мы пойдем по обычным этажам. Может быть, я прочитал бы его описание. Сейчас, кстати говоря. Мне кажется, было бы полезно. Так, посмотрел, что за предметы. Интересно выглядит. Написано третий тир у него. Он стреляет электричеством ближайших врагов как-то. Торно 135% моего урона. И электричество может перекидываться на ближайших врагов еще к тому же. Звучит очень интересно. Я просто сначала подумал, что это, типа, может быть, когда прочитал описание, потому что это бэбик, но нет, у нас никого нет, вроде как. Возможно, что этот предмет дает нам какой-то шанс выстрелить электричеством. Что-то в таком духе, я не знаю. Так, шипастую комнату пока что повременим. У меня карта неизвестная, и я хочу 100% себе в эту разделку все-таки сохранить. Но в нее лучше нам не заходить, потому что там все-таки предметы будут продаваться. О. А, это типа эффект технологии Zero примет. Ну, такой похоже, по крайней мере, визуально. Там она, правда, между слезами создавала его. Тут совершенно по-другому. Так, кстати говоря, нам очень выгодно получается здесь донатить. Мы можем здесь целую кучу просто... Ну, кстати, наверняка одни из самых очевидных рецептов и самых бесполезных будут за просто целую кучу монеток, да? Потому что один из самых доступных пикап, которого можно здесь вот просто в огромных количествах так на халяву набрать. Ой, сука, какой мешок ты, господи. А, он пассивно, что ли, стреляет, или мне показалось? Реально пассивно, по-моему. Ух, там камушек-то как... Камушки-то какие, а вы посмотрите на это. И тентакля мне нравится это, в принципе. Так, поставим. Чпоник. О, да. Допустим. Палец! Вау! Палец дается за бомбу и 7 монеток, ни хрена себе. А что дадут мне за 8 монеток? Как раз таки давайте узнаем. Может быть. Если мы найдем сейчас такое. Еще одна монетка остается нам. Я думаю, что легко встретим. Нет, он вроде не сблизи бьет, то как-то я пока не совсем понимаю. Может, у него какой-то... Пассивно фигачит или нет? А, тентакль еще сама бьет, точно. Хм, а если я возьму себе сейчас еще один палец? У меня будет 2 пальца. Нормально. Реально, кстати говоря, если ты хочешь несколько экземпляров одного предмета, то это же вообще халява. Ну, 8 монетки я не протестил в итоге. Блин, надо было вообще-то. Могли бы взять, типа, 8-ю монетку, а потом, если на что-то неинтересное, то поменять это на палец просто. Ты всегда можешь из 8 монеток сделать палец. Добавив один ключ к этому просто. А палец хороший предмет. Мне, по крайней мере, нравится. 2 штуки, они так, ну, приятно будут добавлять урона. Так, половинку сердца заберем себе. А она как целая отображается, кстати говоря, смотрите. Да, мне без разницы, какую пол сердца подбирать или целое, оказывается. Окей. Да, когда прошло полгода с выхода репа, Леоми только сейчас добрался до Альткаина. Я это вижу впервые, я, естественно, буду удивляться. Я ничего не смотрел, не узнавал, естественно. И это прям, слушайте, интересная вообще механика.
Но правда, если ты смотреть будешь рецепт, я прям сейчас понимаю, что насколько это будет прямо душно, если каждый предмет так, это прямо жесть. У тебя будет лютый имба, но это будет прям, ну, не раскроет. Не знаю, не так интересно, мне кажется, правда. Ух ты, хрена себе, он его отбивает, эту бомбу. Ну, проверили, по крайней мере, как она, как он пытается ее подобрать. И давайте, наверное, монетку тоже возьмем сюда. Так, в комнату дьявола не заходим, потому что там предмет нам придется покупать. Я лучше себе увеличу, что, ну, не увеличу шанс в комнату ангела, чтобы у меня весь шанс сделки ушел в комнату ангела, короче. Ну, я знаю, что я без проблем могу их издалека вот так убивать, в принципе. Тут тупо пальцем. Чисто надо в эту сторону нажимать клавишу стрельбы, иначе мой персонаж будет поворачиваться, конечно. А, нет, он... Да, он будет поворачиваться все равно. Блин, и тентакли мне нравятся, на самом деле. Ключик. Давайте возьмем, у меня пока что есть пикапы. Мы всегда сможем открывать себе все, потому что пикапов у нас будет очень много. И монеток, мне кажется, кстати, тоже. Они регулярно дропаются. Оп, еще ключ. Блин, ну мне пока что нравится. Блин, я сейчас понимаю, вот я сказал там некоторым людям, там отвечал на комментарии, то есть я все-таки склонился из-за комментариев в том числе. Я объяснил, как это все работает. Потому что все-таки без рецепта буду играть, но хотел сделать один забег с рецептами. Сейчас мне что-то не хочется. Я понимаю, что так реально им интересно играть, во-первых. Блин, намного интереснее, серьезно, чем чекать рецепты. Ты типа сам пытаешься совладать с тем, что тебе выдается. Вот сейчас я не хочу, допустим, да, я хочу поменять себе. Че, как-то мне... Во, вот так, например. Вместо... Оп. Получить сундук, который мне тоже не особо нужен, да? Предлагают нам. Давайте подождем еще. Так, это мы не будем трогать. Да, костры, конечно, на удовольствие пальцем так сжигать. Так, а еще я вот это взорвал бы. Даже не заметил, что мы золотую комнату, оказывается, не посещали. Так, Тринка, бомба оставляет ядовитую лужу. Вопрос, а как это? Это подбирается, да. Но мне это не надо. Я могу это сожрать? Наверное, нет. Или это будет отображаться, в принципе, как Тринка, но не как какая-то уникальная. Нет, не можем сожрать. Окей, все, выяснили сразу же. Призовые бомбы, блин, прикольная штука, конечно. Тихонько, нету. Так, давайте в этот пул добавим себе бомбу. Получаем красный, не особо. Давайте монетку попробуем. А это дает вторую шипастую комнату на этаже, да, по-моему? А если так сделать? Чтоб я помнил, что это. Так, посмотрел я это, что за штука. Это которая заряжается 6 синих сердец и дает 2 ангельских предмета. Но в описании Каина сказано было, что пикапы привязываются к пулу текущей комнаты, а не из предмета, из которого я это создал. То есть я могу, в принципе, создать эту штуку в определенной комнате попробовать, да? Зарядить ее 6 сердцами. Давайте так бомбы себе заберем здесь. Надо было их, наверное, обычно взять себе. А, наверное, надо было. Так вот, в общем-то, если зайдем в комнату ангела с заряженным предметом, создадим там пару предметов еще. Или в какой-нибудь секретке, например, кстати говоря. Или еще где-нибудь. То тогда получим пул этой комнаты, смещенный как с шансом больше в ее сторону. Что-то в таком духе. Как-то так я себе это понимаю. У меня еще попутно что-то как-то странное ОБС просто взял, завершил запись. Но она все сохранилась, к счастью. Я охренел с того, что на 45 минут уже долбанных. Кому? Ну, погнали по обычным этажам тогда, короче. Сейчас уж раз так пошли. В целом, не так, что нам это важный какой-то бонус нам те этажи дадут, как я уже говорил. А за интерес, за любопытство меня игра уже наказала. Немножко в прошлый раз колостомией. Большой забег получится, да, потому что у меня... Я на третьем этаже, да, или на каком-то таком, и у меня... 45 минут записи прошло, из них, конечно, там что-то вырежется. Вырежется, да, наверное, полчаса осталось. Пока что, пока я там отвлекался еще попутно немного. Че я все во все втыкаюсь, да? Не знаю, стоит ли мне пилюли подбирать и самому юзать их как-то пытаться. А, кстати говоря, смотрите, если я гульп... А я же получаю только предметы, как я гульп-то буду создавать? Там ты говоришь, что я могу и спокойно Каином открыть это все. Зря прожал. Может, надо в пилюли тоже в пул добавлять себе туда, то есть именно как-то запихивать. О, кстати. Опа. Так, можем открыть? О, открыли. Достали. Теперь собираем. Там мобы такие, типа, вообще. Ну, кстати говоря, очки зрения, типа, рентген, он открывает именно, да? Да, я возьму, пожалуй, это. Это прикольно. В начале игры встретить такое, это мне экономит много бомб. Не надо будет париться насчет секреток, мы их сами будем спокойно находить постоянно. И я про них забываю сам регулярно еще. А тут игра мне сглазит этот момент. Так что приятно.
Так, ключик забираем. Так, до монетки достаю? Нет, не достаю. Секретку. Секретка золотая какаха. Можно собрать пул монеток. Можно пробовать этих взорвать еще. Понятно. Даже не знаю, пока давайте подождем немножко. Нет смысла прям так жестко спешить. Сначала вынесем босса, это Рагман. В принципе, он должен вынестись. Ну, более-менее нормально с пальцем, наверное. Не знаю. Вынеси эту малявку есть. Будем надеяться на комнату ангела с него. 36% шанс, может быть, стоило. А хотя как я бы себе еще шанс еще повысил? Я как раз-таки висельника я уже взорвал. Есть, добили. Не потеряли хп никакого вообще. Приятно. Комната ангела открылась. А, душа Эдема. Похоже, предмет по своей сути. Ну, мы его подбираем, он тоже превращается. Да, белое сердце дает. Окей, хорошо. Ну, это я забираю, наверное, да? Ну и давайте взорвать его, наверное. Мне ключ пригодится, если я на мега стану собираюсь. А я пока не знаю, куда я собираюсь. Он так не атакует, да? Нет, атакует, тоже может атаковать. Блин. Аккуратненько. Блин, какая тентакля удобная. Она прям вообще бездвижит палец, кстати говоря, я вот не знаю, его нерфили или нет. Раньше он был очень хорош, сейчас он как-то так не чувствуется особо большого у него урона. Он, по-моему, от моего может скелиться именно, поэтому так не особо чувствуется. Но все равно приятно добавляет мне. Без него у меня было бы совсем беда. Слушайте, какая тентакля офигенная, она боссов просто держит. И часто держит. Он почти полбоя держится, охренеть. Она прямо офигенная. Тут мог подумать, что мне могут понравиться тентакли, да? Ну, в Айзеке она хороша. Так, это мы себе забираем, да. Это у нас никак не заменяется, это мы уже посчитали. Так, подбираем и... Сердечко. А, я сердца уже. Ну, давайте возьмем сердце. Нет, не хочу это. Банка сердец. Нет, тоже не надо. Давайте бомбу махнем. О! Терза, да, сейчас даст мне. И костяное сердце, по-моему. То, что нас как раз-таки предлагали, кстати говоря, нам там. Имитирует фотокарточку, негатив по теме страницы, плакат пропавшим без вести. Вместо нашей штуки, в принципе, можно взять. Чем в магазин зашел? У меня же денег ни хрена нет. Не подумал. Так, а тут тогда... Ну, 5 минут я возьму, заберу себя. И мне нужен желательно ключик где-нибудь. А туда как-то идти не хочется. А, кстати, стоп. Во-первых, секретка еще где-то тут была. Да. Тут же две дверики открылось. О, бомба есть. Бомба у нас, в принципе, с запасом даже, поэтому можем так. Этого не взрываем. Нам рентген еще много всего принесет, кстати говоря. А он еще себя купит 10 раз. Мне не нравится, что у меня костяное сердце под атакой. Оно может сломаться. Возьмем пилюлю. С пилюлями пока что я толком ничего не создавал. Пока повременим. Костяное сердце очень комфортное. И экономит мне, получается, оно как, и красное, как красное работает, да? Но в то же время мне экономит сделку. Оп. Блин, как вот стрёмно немного так вот стоять. Все кажется, что сейчас как наткнешься. Опа, кость. Кость я возьму. Это похоже принцип как палец, только она вылетает постепенно, бьет сильнее, но сблизи. Ключик, пожалуйста. Еще комната, в принципе, есть впереди, в которых может что-то подобное попасться. Нет, нет, нет. Немножко напрягся. Так, а там еще один такой же остается, да? Готово? Есть ключик. Отлично. Так, все, я тогда сразу подвезу золотую комнату. Может быть, мне там из предмета дадут красное сердце, и тогда я восстановлю сразу же. Хиляюсь. Можно бы тогда в комнату тихо с боссами зайти. Не дали. Ключ подбираем, два ключа подбираем. Монетку, наверное, тоже я возьму. А бомбу вот так захапаем. Сердечек пока что не видно. Блин, как я не хочу костяное сердце потерять. Я их раньше так не любил, а сейчас что-то как-то, блин, хорошо с ними, комфортно. И восстановиться могут как красные, и сделку не теряют. Единственное, что ломаются очень легко. О, нет. Как я там промансовал, я не знаю просто. Было близко. Частенько я в этой комнате отхватываю. Сердце! Дайте сердце! Пока не дают.
Я заслужил уже получить сердечко. Так, 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 аккуратненько. Есть. Увеличит размер... А, сейчас прочитал пауков. Не-не-не, это ж Айзек, размер пуков. Вот это по-нашему. Это схапаем. Так, один готов. Второй готов. Дайте мне, блин, сердце. Просто их нет. Куда деваться? Нет, костяной. Ну, естественно, оно сломалось. Ну, камон. Столько времени не давать сердце. Может быть, оно было у меня... Да еще потеряем КП. Давайте. Я считаю, что это было западло от игры. Она просто заставляла меня с костяным незащищенным бегать. И тут просто подряд еще не терпится мне. Идти вперед. Много отхватываю. Надо поаккуратнее, а то у меня здоровье так-то не густо. Конечно, там потом белое сердце мне что-то еще даст. 20 минут, капец. Тут с этими пикапами пока водишься, туда-сюда бегаешь. А у меня проклятие еще, да? Да, у меня проклятие. Очень много времени проходит. Может быть, стоило, конечно, в эту комнату пойти и взорвать там сундук, но кто ж знает, что там получится из него. И тут реально, то есть, даже когда тебе не нужны пикапы в обычном забеге, этому персонажу в идеале ты должен по-прежнему все собирать. Ну да, естественно, мне дали здесь сердце. А вы сомневались, да? Когда нужно не надо. Это что такое? Еще золотая заплатка какая-то. Попробуем взять. Member card. А это не та ли, которая мне что-то как-то с магазинами добавляет люк или не оно? Я уж не помню, как там та карта выглядела. Ай. Блин, синих сердец просто нет. Предметы неплохие, а базовый наш урон сам по себе маленький очень. Оп. Ну, механика интересная персонажа, но, конечно, забеги за него должны получаться долгими, скорее всего. Будут получаться в целом. Это мы не берем. В магазине у нас здесь... А, да-да-да, это то самое. Но здесь они предметы более дорогие, а они просто так же у нас разберутся, поэтому смысла в них особо нет. Единственное, что сердце все-таки я возьму себе. Например. Могли руну там взять тоже. Погнали дальше, наверное, да? Вроде с этим этажом мы завершаем. Все. Ух, жесть. В прошлый раз мне еще писали такую тему, объясняли, почему мне золотая комната попалась в челлендж, в котором нет золотых комнат. Просто там она костыльно так сделано решение, чтобы она отзеркалилась у нас, чтобы я мог получить первую часть ножа. Но, по сути, это да, это именно что костыль, поскольку... Как бы противоречит немного целостности челленджа. Но пришлось сделать так, поскольку... Ну, как костыль. Ну, так вот, частично. С одной стороны костыль, с другой стороны нет. Так, комната босса, кстати говоря. Я могу здесь... Соска-пустышка, которая, к сожалению, развалится тоже на всякое. Да, держи его там. Нет, упустила не вовремя. Хватай, хватай, Гурди. По сути, комната босса для нас это просто пачка пикапов. По большому счету, как и все остальное, что можно найти. Нас именно что пикапы интересуют. А как я залостачковал на этом боссе, старался от него подальше держаться. Тут, конечно... Ай, блин, не зря. У него же есть и такая более прямая атака. Здесь добили его. Сделка теперь незащищенная. К сожалению. Надеюсь, что смогу пройти без урона все-таки. Ой-ой, много ребят у вас. С этой стороны тоже еще. Так, вот сейчас уже становится не по себе, да, потому что деваться уже не знал куда. Как же мне урона не хватает. То есть на кость хорошо дамажит, на кость дамажит только сблизи. Оу. Так, а вот это я протащу сюда так красиво. Бахнем. Два предмета. Охренеть. У меня, кстати, скидка есть. Блин, скидка того стоит, наверное. Скидку я возьму. Это все заменяется. Ну, поехали, короче. Что соберется, то соберется. Посмотрим. Химический ожог. Давай что-нибудь еще. Карта. Нет. Синий бум. Тоже не то. Это тоже не то, что я ищу. По одному предмету.
Листик неуязвимости, но у меня он работать не будет. Я же не буду стоять на месте, мне кажется, почти никогда. Вампир, да? Каждые 12 скиллов, по-моему, хиляет или что-то такое. Тоже не особо надо. Мясо. Желтый шпиц, поехали, короче. Плюс дамаг, минус терза, плюс скорость бега. Ну, в принципе, нормально, наверное. По-моему, HP мне дал еще, мне показалось. Больше вечных сердец. Давайте возьмем. Мне бы сейчас не помешало бы больше. Сейчас откроем сундук. Ух, ни хрена мы его вытолкали даже. Оп-оп-оп. Юзаем таким образом, да, как косточкой. Чисто механика такая же. Опа-опа-опа. Блин, ну обратно включи. Стоп, это моя книга, господи. Я что-то меня сконфузило немножко. Ну и давайте бомбу под конец. Туфля. Вместо пилюли зря взял. Можем палец еще один получить. Давайте что-нибудь поинтереснее поищем. Блин, ну логично, кстати. Вообще логично. Что мне за монетки дают? Вот такое. По сути, палец одно из самого простого, что можно собрать. То есть всякое такое, что состоит из парцев. Ну, такие. 8 монеток и какой-нибудь еще один предмет. Все такие рецепты можно спокойно запомнить. Пилюля. Молоко будет. Подождем еще что-нибудь. Я хочу прям вот... Ну, приролить, по сути, как я с D6 реролил бы практически. Ну, не совсем, конечно, потому что у меня пул, конечно, ограничен. Я вряд ли что-то прямо крутое получу. Сейчас заменяю просто одну монетку из целой пачки и что-то другое. Наверняка здесь наиболее крутые предметы более сложные крафты имеют. Кто его знает? Карман. Можно прям целую кучу пальцев набрать себе было бы. Оп. Сердечко. Давайте возьмем. А это который рандомный бэбик? Ну давайте, пускай будет уж. Он бывает иногда веселый, ничего, делаю. Бомбу тоже хапнем. Черное сердце, я его заберу с собой. Хоть у меня сделки вообще там шанс очень маленький на нее. Сюда можно зайти смело. 2-4 батарейки, по-моему, заряжает один предмет, да-да. А, у меня сердца же еще и расходуются сюда, точно. В предмет мой. Я их трачу сейчас. Я забыл совсем про это. Давайте возьмем гнилое сердце, чтобы оно мне просто хотя бы мух создавало, немножечко поможет. Я совсем забыл про свою активку нынешнюю. То есть у меня сейчас, пока у меня этот предмет, я себе сделку, мне будет трудно реализовать. Я хочу что-нибудь кроме монеток. Мне только их наваливает. Минус гнилое сердце, кстати. Сердечко. Еще монетка. Ну давайте, пофиг, монетки будут, значит, тоже. В идеале, конечно, просто зачищать весь этаж и не спешить. Что такое? У нас бэбик, который Мидас стреляет, по-моему, или чем-то таким. Это он монетки создает. Офигеть, как он работает. Ни хрена себе, спасибо. Но он мне может позволить что? Он мне может позволить донат-аппарат сделать, да? Книга. Я мог бы потрогать, а потом... А если я его превращу во что-нибудь другое, я могу так? Я могу ее создать? Мой предмет рассыпался. Книга неуязвимости, да, это, по-моему? Да. Мой предмет рассыпается, который у меня в руках сейчас. Капец. 10 центов. Ну, это 10 центов запихаем сюда. Их труднее найти. А монетки так сами пособираем, потому что из них что-то полезное. Пока я такое, типа, не знаю, что из них можно скрафтить интересного прямо. По сути, в идеале, да, за него проходить весь этаж, а потом уже собирать и, зная все рецепты, ты можешь там скрафтить всякое просто. Но это очень-очень долго было бы. Мне интересно все-таки будет как-то сразу просто собирать пытаться. Блин, ну сколько он вам монеток дает? Просто жесть. Фу, пин. Хороший бэбик мне попался, конечно. Он чуть-чуть там не с каждого касания, по-моему, создает. А секретку я... А, нет, секретку я уже нашел. Упс. Пускай будет больше вещей сердец. Хотя... Слушайте, ну вообще эта тренинка хороша.
Как я много встречу по дороге, а они мне будут давать всякий дроп, с которым я могу создать предметы. Так, а в суперсекретке я тоже уже был. Ну, босса без урона будет проще сейчас убивать, тем более, что у нас есть книга. Давайте схаваем тоже. У нас такой же босс, которого мы уже увидели. Капец, я сейчас монеток напрудоню. Просто тонна будет монет. Стой, господи, я не то хотел. Вовремя прожал активку. Главное вовремя прожать, да. Давайте раз и два. А, все. Муха взрывная. Не-не-не-не, не хочу. Завтрак. Хм. Ну, в принципе, случайно создался. Блин, но проблема в том, что у меня реально будут однотипные предметы зачастую создаваться. Поскольку из таких классических пикапов, ну, я ничего нового для себя не увижу. Я из них буду постоянно создавать там, ну, плюс-минус одно и то же. Получится так. Давайте вот это возьмем себе. Золотая бомба, кстати. Давайте попробуем из нее сделать что-нибудь. Мне кажется, может получиться интересно. Оп, так, сделаем. Мне кажется, золотая бомба и золото напихать. Там может быть какой-нибудь там недостач или что-нибудь в этом духе создаться. Нам в идеале самое дешевое покупать, короче. И давайте создадим сейчас как раз. Еще бомбу давайте. Опа. Что это такое? Камень какой-то. Попробуем. Cracked Orb. Какой-то сломанный, разбитый орб, что ли. Я не знаю, что это за предмет. Так, я посмотрел, я этот предмет то ли встречал, то ли меня о нем писали. При получении урона у нас открывается рандомная комната на карте. В том числе секрет, и дополнительно открывается путь к ней. Я не помню, может ли она красную секретку открывать или что-нибудь в этом духе. Мне что-то писали как будто... Может быть и может. Не помню, если честно, упор. Так, вот это я возьму, вот это, пожалуй, блин, так хочется взять, а. А давайте, короче, вот так себя запихаем. Все-таки из любопытства, что мне даст в итоге из белого сердца создастся. Это есть смысл купить. Три ключа. Один ключ возьмем себе. И тут, наверное, ну, тут не будем ничего брать. Все, да, тринку себе оставляем нашу. И почапали дальше. Ну, по крайней мере, терзы мы себе набрали. Надо бы дамаг найти, конечно. Но, по сути, этот персонаж у тебя из забега в забег будет стабильно становиться сильнее. Ты нашел какой-то сильный предмет, запомнил его рецепт, и дальше ты его легко... Ну, проще будет намного его находить. Бадди инбокс сейчас меняет нам вроде как бэбика на... как его, не постоянно, а раз за этаж, по-моему. На каждом этаже новый бэбик, короче говоря. По-моему, там так он работает. В репе. О, пилюли. Попробуем. Свиток. Давайте вместо ключа. Блин, опять рецепт вот этого. HPA попросту, хотя у меня там белое сердце есть. Да, рецепт у нас здесь очень много, конечно, так как запомнить. Гиблое занятие, правда. Оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо. Комары. Нитка. Ангельский предмет, кстати говоря, между прочим. Черное сердце есть. Можно попробовать его взять. Надеяться на что-то крутое. Вешалка. Терза. А терза у нас не терза никак. Не на капе, да. Не близко даже. Потому что я ее себе понижал. Шприцом. Поэтому пускай будет. А, дамаг у меня бафнул, кстати говоря, тоже тем самым, как его шприцом же. Совсем про это забыл. Нам сейчас в идеале найти какую-нибудь попрошайку было бы. Дьявольского. Потому что ему я могу спокойно надонатить при помощи Библии своей. О, гнилые сердца, кстати говоря. Не Библия, как его. Книги, короче говоря. Гнилые сердца тоже по-особому отображаются у нас. Ай ты, блин. Застрял. I found pills. Я так понимаю, что без разницы, какие пилюли я подбираю. Так что если в идеале, конечно, определить хорошие пилюли и плохие скидывать просто. Так, это еще не мамочка у нас. Так, аккуратненько. Не запутаться, главное, сейчас с использованием предмета своего активного. На какую клавишу он работает у нас? Это у меня такое уже на грани было, я уже собирался на Q, а он на пробел у нас так-то. Но мы его вынесли, кстати говоря, без предмета даже. Не понадобилось. Так, ай, блин, левиафан-то заменится, да. С ней сердце я возьму. Блин, просто получается так, что самые лакомые дропы я хотел бы сам подбирать. В итоге получается, что я собираю не то, что хочу. Не то, что не что-то такое сильное.
Я могу и, наверное, из чего-то сильного собрать какую-то хрень, да? Скорее всего. Опять банка с сердцами. Вот я и говорю, что вот чувствуется этот момент такой, что я собираю просто в итоге одно и то же. Оп, аккуратненько. Комбинация типа бесчисленное множество. Но их бесчисленное множество за счет того, что очень много всяких, в принципе, дропов, которые ты можешь подобрать. А если смотреть базовые, которые ты хочешь жертвовать, то их становится намного меньше уже. А это шоколадное молоко, да? Которое рандомный эффект червя добавляет еще при стрельбе, по-моему. Блин, ну нет, это мне сейчас не надо брать. У меня слезы такие, что мне надо ими попадать все-таки. Если я, конечно, правильно понимаю. Терзу даст нами много. Но стрелять и попадать как-то тоже надо бы. Пойдем сюда, по-моему, здесь мы не были, да. Аккуратненько. Нет, муха! Чуть не попался. Ключик вместо чего? Вместо бомбы, наверное. Шпиц опять золотой. Ну как это работает, да? Снова собрал себе дамаг, терза. О, минус дальность только. Блин, ну дальность у нас вообще никакущая. Может быть, здоровье забрали. Не... Да, здоровье забрали, а то мало статов как-то там изменило мне. Но если мы спуна соберем, будет прикольно. Спуну тупо желтым шприцом, да? Может быть, мне имели в виду, что гуль проще собрать 5 штук за этот персонаж, потому что ты можешь найти пилюлю, да, и можешь спокойно создать хотя бы плацебо этот. Найди рецепт. Есть стабильность, по крайней мере, в этом, да? Но гульп тоже надо еще найти. Он у меня далеко просто не в каждом четвертом забеге даже попадается. Мамочка. Так, три руки, все, да. Снова бомба. Так, сердце пока оставим здесь. Оно у нас может больше заполнить, чем нам надо. Поэтому повременим. В принципе, с визитом мы неплохо выдаем урона пока для... Ну так, нормально для этого этапа. Бумеранг, это активка. Ой, блин. Я случайно. Потому что кость, все дела. Ну и так, шприцами поднабрали немножко. Урона тоже уже. Есть паучок, блин, мне надо большие монетки собирать, потому что у меня магазины богатые, конечно. А хотя, глядя на этот. Ну, паучка покупаю, а мешок тоже. Нифига себе, он дропа дал. Это тоже возьмем. Допустим, ключик. Глаза. А глаза давайте возьмем. От этого я не откажусь. Они у меня все будут заполнять, так. Ну и погнали собирать дальше. Сейчас, мне кажется, тоже соберу что-то такое, что я уже видел. Молоко. Молоко по-прежнему. А если я бомбу заменю? О, контролит тирс. С глазами. Попробуем. Даст тирзы. Я вспомнил, как это работа у меня было, это сочетание. Оно выглядит упорото, конечно. Но они, в принципе, так. Они перестают заполнять себе всю комнату, но это и неплохо. Они все на одной линии остаются. То есть, ну как это? По сути, эффект глаз нивелируется практически. Они могут очередь создать, и ты потом их протолкнешь просто вперед. Вот так вот. Такой еще забавный звук может с этим будет сопровождаться как раз. Но в целом мы стали сильнее сейчас этими предметами. Явно сильнее, да. Нам и целиться стало проще, и терзы добавилось. И слезы, которые, кстати говоря, они все-таки остаются эффектом, потому что они же у меня зависают в воздухе. Да, контроль тирс с глазами нормально работает, вполне. Потому что нам как раз видно, чтобы они висели. Раз я могу их перенаправить потом еще. Оп. Я могу так открыть? Спокойно. Такой сундук даже кровавый, не получив урона. А черт. Оп-оп. Так, бомба. Как близко-то, а? Из-за этой штуки. Так, шипасту я не пойду. Опять молоко сделал. Ну, посмотрите, две пилюли, бомба, ключ, монетка и сердца тоже дают мне молоко. Хотя до этого я там создавал молоко с монеток и ключей просто. И по-прежнему молоко. Капец.
Так, по-моему, я весь этаж плюс-минус обследовал. Я не помню, где у меня и что было в золотой комнате вообще. Где она была у меня. Надеюсь, что я ее уже посещал. Тихо. Так, тут у меня что было? А, здесь секретка. Так, все, погнали тогда на выход, наверное. В сделку мы, получается, не заходим, наверное, да? Рассчитываем на какому-то ангелу, мне нужен ключ, да. Так что идем пока что так, мимо. Devs 2. Как я вспоминаю, просто в Slay the Spire, например, был персонаж такой, на котором порой приходилось очень-очень много считать. Созерцающий. И получалось за него забеги зачастую очень дольше, чем за других персонажей, скажем так. Вот здесь примерно схожая такая у меня, схожее ощущение от игры. Местами. Так, у меня половинка сердца, синего сердца осталось уже. Не очень хорошо. Блин, ну как мне нравятся все-таки глаза с контроля Tears. Приятно работают. Если я заменю, часики получим. Но часики мне не надо, я думаю. Нормально порвали. Так, пятимонетная. Оу. Континуум. Давайте возьмем, пожалуй. С моими слезами они будут с другой стороны. А где они? Я слышу их звук, но они не возвращаются с другой стороны. Лол. Это что-то как-то сломано работает. А, это сломано работает, что у меня контроль от Tears в эту сторону направлен. Они не могут появиться сзади, потому что там луча у меня нет. Блин, серьезно, что ли? Вот это прикол. Континуум не дает никакого профита вообще. Зря я его взял, он только лаги может создать, наверное. Если слез слишком много, которые улетят за экран. Они будут существовать? Их звук слышен там? Ой, жесть. Но они мне чего-то существенного не дадут. Стоит ли брать себе целое красное сердце или взять просто из этого получить... Кстати, а я мешок могу тоже сам запихать себе сразу в мешок? В мой мешок, то есть. Давайте раз белое сердце. А хотя я мог бы одно запихать, а второе оставить себе. Да, кстати, вполне. Неплохой вариант, мне кажется. Так, это что? Ага, окей. Того пока взрывать не буду. Значит, дропнул, по-моему, там по-моему, сердце упало, да. Нормально так. Тентакля помогает сильно на боссах таких. Позволяет мне как раз-таки ближе подходить и бить их косточкой. Еще белое сердце. Наваливают так наваливают. Ну, забираем его тогда себе сюда. Блин, а могли два красных сердца получить. По сути. С ней предмет. Seven Seals, да, это... Я это зачастую еще... По-моему, это всадники, да? Я их зачастую путаю еще с печатью, которая дает тебе награды разные. Я бы хотел что-нибудь другое, не всадника все-таки. Кельтский кросс, ну не это тоже. О, как плющит, а. О, планетарий. Фига. А у меня планетарий шанс 21%, а почему? Возможно, что из-за этого Cracked Orb у меня такое было ощущение. Или я золотую комнату где-то пропустил все-таки, на предыдущем этаже, возможно. Да, скорее всего, я этого не заметил. Хм, ну получается, что... Когда персонаж не стреляет, во рту накапливают слезы. При стрельбе быстро выстреливают все накопленные слезы. Блин, Нептун, прикольная штука, которую я не видел. Ну, по описанию, по крайней мере, то, что я не видел, в общем-то. Один из этих пикапов сейчас будет склонять чашу весов в эту комнату, да? Фея. Фея прикольная. Но не всегда нужна. Синее сердце заберу. Но, блин, неизвестно, какой предмет будет склонять чашу весов сюда. Обратно. Шуруп. Шуруп мне не нужен. У меня терза на капе, да? Даже выше уже почему-то. Что-то у меня терзу пробивает капу, судя по всему. То ли шприц, то ли не знаю. Давайте так попробуем. О, вот это я возьму. Ангельский предмет, по-моему. Отбивает слезы, которые летят от себя. Приятно защитный такой, такая штука. Всегда мне нравилась. Так, вынесем же, да? Да. Не позволим к себе подойти. Так, бомбу давайте возьмем, потому что у меня что-то бомб как-то вообще не осталось уже. Тут карта была. А карту мы не можем так? А, карту же тоже можно, я про это забыл как-то. Так, фиолетовые костры.
И золотая комната. Муха-бот. Блин, прикольная штука. Это, конечно, не пси-муха. Но она тоже хороша была, когда мы тестили. Ну, давай монетку еще. Разбивающееся молоко. Нет. Надо монетки что-нибудь другое менять. Не хочу монетки себе добавлять вкус сейчас вот в таких ситуациях, потому что... Ай, ты нет, блин. Отстрелял бомбу, называется. Оттолкнул от этого камушка. С ней сердце. Давайте вместо монетки возьмем. Две шипастые на этаже. Поздновато. Ой, ой, я случайно. Блин, так и знал, что достанет сейчас. Перчик. Давайте попробуем взять. Не помню, что он делает. It burns. То ли он запускает огоньки иногда. Да, он самый. Ну окей, нормально. Так, меня маршрут обратно до Биста сейчас не интересует. Хотя мне туда за альтернативным персонажем надо будет сходить. Но я думаю, что схожу как-нибудь в другой раз. За другого. Возможно, когда буду повторно уже играть персонажами. Не знаю, может быть раньше. Магазинчик, порадуй меня. Сейчас зайдем в любом случае сюда. Еще. Так, есть черное сердце. Черное сердце я хочу взять. Блин, много всего есть. Денег бы хватило на все это. Чпоньк. Бомба раз, бомба два. Так, с монетками давайте повременим немножко. Если я 5 монеток возьму, я смогу купить? Я смогу купить и то, и другое, кстати. Так что, наверное, да, пускай будет. Раз. И два. И не знаю, что из этого скрафтится. Я сейчас получу опять то, что я уже видел, смотрите. PHD. Нет, я этого не видел. А надо ли мне PHD на этом этапе игры вообще уже? Я не уверен. Пилюли я могу тоже перерабатывать. И поздновато все-таки. Давайте вместо бомбы попробуем. Да. То, что я уже видел. Давайте сердечко возьмем. Красная муха. Она, по-моему, не особо мне нравилась. Монетку. О, линза защитная. Вот это я возьму. Что-то новенькое создаем все равно. Как видите. Мясо, понятно, да. Из таких просто каши малаши намешал. Мясо получи. А, и у меня даже не хватает монетки, чтобы сюда зайти. И в целом на этом наш этаж заканчивается, да? По-моему. А, белое сердце забрать. Господи, чуть не забыл. Или, может быть, его... Нет, лучше его, наверное, забрать с собой. Все-таки у меня ситуация не такая хорошая, чтобы прямо... Игнорировать HP потенциально вот отсюда. Одним дропом. Если я его реролю сейчас, получил бы его, добавил бы себе в пул его, возможно, я бы не получил бы ничего полезного все равно. В наш мешок. Так, тут это взрывали случайно уже. Может, ему что-нибудь дадите? Нет? И дали. Так, у меня второй ангел, до сих пор его нету. И, кстати говоря, у меня нет бомбы даже. Блин. Охренеть, как я до такого докатился. Это нехорошо. Ангел, конечно, дальше можно открыть будет еще. Не факт, что он сейчас откроется мне. Но тем не менее. Отходим. Не, ну слушайте, дамага нам хватило вполне себе. Ангел открылся, падла. Идем на ангела или на дьявола? Наверное, ангел все-таки. Здесь у меня душа. Дай бомбу. О, дало бомбу, отлично. И мы можем это, в принципе, вот это подобрать и получить метроном. Гимпи. Ну, давайте возьмем это. При получении урона дает, в принципе, что-то. Собираем это все. И ангела благополучно взрываем. Правда, здесь не очень удобная арена, конечно. Но ангел это более простой. Я думаю, что спокойно справимся. Используем, если что, так. И просто уничтожаем по под неуязвимости, да. Никаких проблем. Мешок. Если у тебя есть пикап, который ты не особо хочешь добавлять в мешок, но у тебя выбор оставить его вообще на земле или взять, то, наверное, надо всегда брать, если у тебя мешок не заполнен. Потому что ты хотя бы, ну, в любом случае, можешь потом его заменить на что-то другое, этот пикап. А так ты просто мешок зарядишь раньше. Я такие очевидные вещи, наверное, говорю для вас. Но просто так рассуждаю чисто. Так, секреточка. Монеток опять пачка.
сердце есть. Сердце, монетки. Одна пилюля, мне кажется, не разбавит тут этот пул набрано. Может быть, у меня зависит, не знаю, сколько сильно зависит от того, сколько у тебя каких пикапов. Давайте попробуем взять. Желудок монстра? Внезапно получили. Блин, на самом деле он не то, что сильно нужен, но пускай будет. Мне он нравится тоже. Он меняет свою терзу. Мы будем выстреливать залпом таких слез, в принципе. О, слушайте, ему хорошо, прям они же большие еще становятся некоторые. Это выглядит неплохо. Это выглядит очень неплохо. Слушайте, интересное сочетание получилось у нас. Собрать случайно достаточно. Ну, кайфово. Так, сундук давай. А, ну да, да, сундук откроем, как же. Когда-нибудь, может быть. Но не сегодня. Не сейчас. Терза у нас большая, быстро легкий монстр заряжается. Я все время его желудком называю, а не легким. Ключи, кстати, как раз. Могли бы несколько легких набрать, правда, не уверен, что от них будет толк. Что это вообще будет хорошо работать. Опа. Так, пока подождите, дайте мне сообразить, что из этого мне. Хочу брать, что нет. Так, я гнилое хочу забрать себе. Может быть, ангельское стоит взять что-нибудь. То есть ангельское сердце. Может, не стоит. Где мне сердца мои? Я их стреляю, типа? Они новые не появляются. Новых слез на экране не появляются. Они все за экраном находятся. А у меня ограничение на количество слез на экране, походу. Смотрите, я стреляю, у меня не появляется их вообще. Лол, вот это фейл. Айзек. Я понимаю, что это корректно работает все, но, блин. Если мы теряем слишком много слез, что они у нас улетают далеко из-за континуума, мы перестаем стрелять. Это континуум, и контроллер тир сломает себе. И эти самые глаза, которые не позволяют слезам исчезнуть. Охренеть. Хорошо, что у меня есть дополнительные источники урона. Иначе бы я сейчас охренел с этим. То есть я сейчас перезайду в комнату? Я стреляю. Да, я все правильно понял. И оно очень быстро причем накапливается. Откуда они вылетают еще и еще? Я не стреляю вроде. Ладно. Синяя пижама. Много синих сердец просто получить. В принципе, могли бы на самом деле даже. Давайте получим ее. И можно будет не париться насчет синих сердец и подбирать их себе в этот самый. Стабильно уже. Сюда не полезу. Даже если набрал бы. Стабильно собирать себе их в мешок. Может, что-нибудь интересное вытащим. Но из этого персонажа, по сути, чем больше ты проходишь этаж, тем больше ты можешь из него вытащить. Просто такой луч смерти получается у нас. Может, стоило сундук ключ взять. Надо искать, наверное, в первую очередь что-то такое, что позволяет тебе создавать пикапы и создавать их, контролировать их, может быть, как-то. Создавать именно то, что ты хочешь. Что-то интересное, более редкое. Вот такие предметы, наверное, на Alt-Kain очень хороши должны быть. В теории. Так, забираем сердца. Сейчас создадим предмет, кстати говоря. О, который раз я вижу это все. О, у меня, смотрите, у меня секретка открылась слева. Красная которая. Фига. А у меня к ней будет открыта дорога? Стоп, это та секретка, которая у меня именно... в которой идут... Давайте... Блин, надо зайти, наверное, да? Давайте посмотрим. Она не открыта, да? Она, типа, открыта соседняя комната, наверное, да? То есть у меня секретка открыта, а у меня ключей-то нет. Как я к ней попаду? Не здесь, не здесь. Мне надо здесь именно ключом открывать. Чем мне толку-то с того, что она открылась здесь? Обидно. Просто два сердца потратили. Так бы я сюда не заходил, если бы знал точно наверняка. Ну ладно. Ох, хорошо. Схватило. Так, меняем сердечко на ключик этого робо-бэйби. Я не смогу собрать себе конжоинт, я вот думаю. Рецепт робо-бэйби простой, в принципе. Можно такие запомнить просто какие-то базовые рецепты и из стаков предметов сделать себе что-то сильное. Я, наверное, верну. Бомбы эти. Ангельский желудок за получение урона, что он создает бэбиков. Давайте еще что-нибудь искать. Вместо пилюли.
О, не-не-не-не-не-не. Вот это, пожалуйста, не надо. Хотя эта штука сильная, если у тебя есть синие сердца еще. В довесок, и ты можешь легко восстановить красный, но... не самая стабильная. Так, ключик вернуть себе, да? Предлагают мне. У меня просто все в сердцах. Не то. Эксплозива? Бабах будет, да? Давайте. Сделаем это. Это будет весело. Я, возможно, об этом пожалею. Не уверен. Я не помню, стоп, они дамажат меня или нет сейчас. Там что-то их с эксплозива меняли, что этот предмет стал лучше сейчас. А я забыл, что именно им поменяли. Напрочь забыл. Идем дальше. Скуликс. Ой, это надолго, возможно. Хотя... Эть! О, сколько я там бомб мог наклеить на него, если бы они клеились нормально. Вау, как я хорошо сосредотачиваю урон. Золотой ключ. Кстати говоря, мы с ним, по-моему, не крафтили ничего еще такого. Опять же, я к золотому ключу набираю целую кучу дропа всякого бесполезного, и я получаю в итоге вот это. Пластырь. Пластырь такой повышает дроп красных сердец. Давайте возьмем. У меня будет много красных сердец. И два харца дает, ну нифига себе. Или это не он? А, это супербанд. Слушайте, может быть, я перепутал пластырь? Да, по-моему, я перепутал пластырь. Это супербандаж был. А пластырь, который не дает себе незаполненное сердце, вот он, по-моему, повышает дроп красных. Просто дальности хватает по всей комнате доставать. А все, все, слезы закончились. Слезы вернутся в следующей комнате уже. Ждите продолжения, я не достану до этого сердца. Это на каком-нибудь мега-сатане может быть вообще большая подстава, на самом деле, потому что, ну, типа, камон. На боссе, на котором долгий бой, я не могу стрелять. Понимаете, да? Как плохо это звучит. То есть желательно все слезы, всеми слезами попадать по врагу. Не терять их никуда. А если они улетают, то это все, это потенциальный минус ДПС твой. Те все мобы. Все, я не могу стрелять, да? Я могу огонек запускать только. Кстати, он при зарядке всегда запускается. При каждом выстреле, по-моему. А, нет, не при каждом. Может, он типа зависит от того, сколько слез я выстрелил, и поэтому желудком монстра он срабатывает чаще. Ай, че? Ох ты, блин, я нажал случайно на активку. Ну ладно, она тоже пригодится, в принципе. Так, ну это тоже давайте возьмем себе. Синее сердце, я говорил, что я их буду подбирать, постараться иногда. Магнит для слез. Ёлы-палы. Давайте, это будет весело. Магнитящие слезы. Я не уверен, сколько это хорошо, но пускай. Мол, будет не магнититься. Так, стоп, пилюля. Ой. Нормально. Я бы сюда сам не попал, возможно. И теперь поехали. Оп. Просто мгновенно уничтожили. Гурди туда же? Ух, нет. Достало все-таки. BFF. BFF, стоп, это на палец работает же. Шикарно. Вообще отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо подальше от врагов держаться, да. У нас сейчас и пикапы тоже там магнитятся. У нас мобы бешеными становятся. Стоп, неуязвимость. Поехали. Это, конечно, не так много мне окупит, наверное, да? Не так много я сыграть успею за время действия. А все, закончилось, да? Он резко заканчивается так. Три раза сыграл, ничего не получил. Классическое казино. О, пилюлю вытащили. Хорош. Такой спорный предмет. Опасно очень такой магнит брать себе, но... О, господи. Нет, стой, подожди. Ну, раскройся. Ну, пожалуйста. Я не жду моба. А у меня еще и слезы закончились, да. А, вот слезы вернулись. Душащий моб просто. Наконец-то. Так, карты. В принципе, ключи у нас есть, мы уже... Все забрали.
Уже к мегастане попадаем. И сколько можно крафтить его на этаже делириума вообще? Там-то предметов целая тонна. Ему реально нужны уникальные... Упс. А, ну нормально, в принципе, без разницы, когда заходить сюда. Можно и сразу. У нас не нога, мама, все-таки. Где звук? А вот звук появился. Ну давай, держи тебе просто. Что-то как-то не особо быстро. Ух, ни хрена как бахнул там мощно. Зато бахнул от души. Так, белое сердце есть. Еще белое сердце. Ой-ой-ой, нахрена пальнул-то, а? Ну нахрена стрелять было? Оп, взял. Конвертер. Такое. Как же тяжело. О, это, кажется, тирзы дает сверхкапа, да? Да, тирзы дает сверхкапа. Ангела взрывать смысла нет особо, да? Он нам ничего никакого дропа не даст уже. Там музыка мамы продолжалась причем. Тут, давайте поднатим. Опять монетка попала. Да, артефакт. Актив все время тоже не сможем подобрать, да? Ай ты, блин, лишнее. Так, а если я там монетки поздаю? А, он мне даст сейчас максимум гнилое сердце с того, что я могу взять себе, да? И, скорее всего, мух будет выдавать сейчас. Или пауков. Давайте просто взорвем. Стоп, куда? Где бомба-то? Не понял, куда бомба у меня улетела. Маленький опарыш. Стоп, а у меня Ангел Гвардиан, кстати говоря. Что-то я даже не заметил. Нет, давайте поменяемся все-таки. Снова монетка эта. Шприц! На скорость бега, и это спун. Это плюс большой бонус урона. Хорошо. Блин, перс, он типа, он интересный, но в то же время меня все равно немного подкумарит то, что ты будешь реально, возможно, видеть очень много предметов. Повторок у меня предположение. Опять же, только от первого опыта у меня такое предположение, потому что надо искать прям особые пикапы именно. А все то, что тебе не жалко, оно тебе ничего интересного в итоге не будет создавать. Ну и забеги, конечно, получаются у нас такие очень внушительно по времени. Ну, потом они, конечно, будут быстрее, особенно если вообще не пытаться там особо как-то париться. Так, камушка хорошего я не вижу здесь. Короче, собираем все. Еще одна такая же комната, пожалуйста, только в этот раз. Ну, он умер быстро, по крайней мере. Повезло. Синий сердце забрать. Так, пилюля. Хавка просто опять. Опять HP up. Так, а там у меня... Блин. Естественно, нельзя было пройти серию и не нарваться ни разу на такие шипы. Уменьшение размера и шанс уменьшить врагов, да? Грибочек. Не уверен, что мне хочется. Ох, давайте зайдем сюда при помощи неуязвимости. Зря в схему, да? Давайте меньше минус... Два ключа, получаем опять то, что мы уже видели раза три или четыре. При том, что видим мы это даже разными рецептами. У меня снова комната там открылась, но опять же, в нее нет прохода. В нее проход будет открыть соседняя клетка, но так-то он не открыт. Типа мне может открыть красную секретку вот эту, да, показать, где она. Но если у меня нет красного ключа, то что мне с нее толку? У меня дверь-то будет закрыта, у меня соседняя будет с ней открыта. Но до нее-то надо еще добраться тоже. Вот так вот получается у нас. Прикольный предмет, но тоже не всегда он нужен, скажем так. Так, а там пилюля какая-то осталась еще. Да, почему-то я ее не взял. Так, это poison, да? Это яд, по-моему. Poison damage, это нормально. Пригодится. И пул количество предметов у меня, кстати, внушительное вполне себе такое. То есть я бы сказал, что он собирает как минимум не меньше, чем другие предметы, чем другие персонажи, а может быть даже и больше. Фидрол. Ой, какая комната кайфовая прямо. Я слишком быстро для нее. Как их быстро носит здесь. Так, белое сердце тащи. Есть, взял. Хорошо.
хорошо уничтожаем. Кстати, костяной, мы можем ведь тоже взять мешок, да. Я бы, конечно, не предпочел бы его не брать, мешок. Для меня это было бы профитнее, но мне интересно сейчас посмотреть, что может быть получится, что-то создать уникальное. Ой-ой-ой-ой, я даже не заметил, что у меня есть этот моб. Так, к двум этим я хочу добраться все-таки. А, мы могли здесь, типа, добраться так на халяву, просто не убивая его, а подождав, да? Упс. Надеялся на люк, но не получилось. Если я добавлю себе в пул там целую кучу синих сердец, может быть, я соул... этот сам, как его... соул-генератор получил бы, например. Или что-нибудь в таком духе, например. Давайте ключи, я сейчас... Ну, хотя у меня там бомба уже есть. Хотел ничего такого обыденного не добавлять. В этот раз попробовать, не знаю. Класс, о. Еще костяное. Красная свеча. Да, господи, как мешает этот магнит. Я хотел обойти. Надо, конечно, в другую сторону просто уйти и все. Просто забей на попытки собирать с ним предмет. Ты будешь собирать очень их неуклюже, конечно. Красивые комнаты, кстати, когда закрыты вот так вот у нас с модом. Такой символ на них. Так, вместо монетки берем. Челюсть, которую... Я не буду ее брать, наверное. Мне не особо нужна, думаю. Она забирает предметы. Помню, что-то как-то то ли бьет, то ли что-то в духе. Вот защитную орбитальную челюсть я бы взял. Косточка, кость такая. Она прям сильно защищает. Насчет нее я подумал. Вот эту скорее нет, чем да. Снова у меня есть предметы, просто летают вокруг. Ну, эксплозиво мне будет тащить на боссах, оно мне добавит так хорошо взрывов этих. Так, что из этого можно взять себе? Вместо монеток возьмем себе сердце. Получим молоко. Получим камень неуязвимости, который мне не нужен. Если вместо ключа возьмем монетку, получим рога Локи, который работать будет в эту же сторону, я так понимаю, да? Если вместо сердца я возьму бомбу, получим опять молоко и опять кость. Шприц. Снова шприц этот. Дамаг, терза. Ой, какие хорошие статы. Минус скорость полета слез и минус удачи. Вообще без проблем. Немного утомительный персонаж, я бы сказал, все-таки. Но при этом, да, создавать он может всякое прямо. Ой-ой, я пошел отсюда. Пожалуй. Куда их так плющит же? А, магнит же, да. Магнит их просто уничтожает. Уничтожает, унижает скорее. Куда-сюда мотать заставляет. Так, я в шапасту, наверное, не пойду. Как бы хотелось, значит, с одной стороны, да. Но с другой стороны, костяное сердце, которое может сломаться. Во, идеально. Ну, кстати говоря, теперь оно, получается, не сломается у нас, да? Если я правильно понимаю. Упс. Я не то взял, не то использовал, точнее. Так, на пробел нажимаем активку. Понятно. И выходим. У меня снова секретка эта открылась, но, опять же, я в нее попасть не могу. Не уверен, что туда можно попасть каким-то телепортом, например. Кто? Как? А, еще вот этот. Ну, мобы, конечно, доджить от них становится бесполезняк, потому что их мотает по всему просто экрану. Заберем ключ. Не надо нам это. Так, аппарат. Могли бы взорвать, в принципе, его. И сердца заменять на колоды карт. Пончик, хотел сказать. Компас, в смысле, да. Но компас мне уже не нужен, поздновато для него. Так, в этой комнате сейчас будет синий камень, но в этот раз их нет. Идем на Айзека. Жаль, что нет у меня этой самой, как его, неуязвимости, конечно, но... Думаю, что и так нормально будет. А, нет! Не иди ко мне! Уйди, уйди! Господи, как его плющит-то! Из-за всего этого жесть. Идем дальше. Его прям туда-сюда мотает. Интересно, у нас мега-сатана с орбиты не сойдет вообще? Прикиньте, вниз его направить, но это рисково.
Ох, блин, эвтаназия, которую я не получу. Стоп. Не надо это. Оу. А это что такое? Вспомнить бы еще. Написано было, что этот предмет что-то там приходит между этажами, показывает себе следующий, какого уровня будет босс и предмет, который будет то ли закрочить, что-то, что-то такое. Короче говоря, я особо так прям не вникал, потому что мне это абсолютно сейчас не нужно. Получается. Так, ключик мне, во-первых, нужен один. Открываем. Так, вот здесь из этого я понимаю, ребят, что знающие игроки могут из этого создать вишенку, конфетку, прямо что-то мега имбовое и так далее. Я не знаю, что из этого можно сделать. Шоколадное молоко можно сделать, нахрен. Как это будет работать с желудком монстра? Я не знаю, будет ли вообще. О, да, это, по-моему, работает. Нет, 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 снова! Не делай так больше. По-моему, я могу зарядить не до конца. Да, я могу зарядить не до конца. Окей, это работает полноценно. Оп, заберем карту. Так, у меня есть ключа не было, ключ есть. Синих сердец можно много набрать здесь как раз. Попробовать их напихать в пул. Оп, блин, опять бомбу схватил. О, опять создал эту фигню. Хватит это делать. Так, бомбу заберем. Оп. Глазик орбитальный. Не, хочу что-нибудь другое. Charm Tears. Я хочу эту штуку забрать. Как мне так подвинуться? Оп. Тирзап и... Ну, давайте попробуем взять, не знаю, даст мне тирзы? Не даст тирзы. Уже накапил мне, да. Из этого мы просто сейчас получим какую-то фигню. Сейчас палец очевидно получим, да. Пускай будет третий палец, короче. Просто если у меня на боссе все-таки возникнут проблемы со слезами, что они перестанут существовать, то палец хотя бы будет дамажить дальше. Я хотя бы смогу убить мега-сатану. Линза, которая у меня, кстати говоря, уже есть. Ай-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Не надо нам это. Это тоже нет. Бомбы с бомбами. Молоко. Ну, держите, ребята. Блин, ну с шоколадным молоком, конечно, как мы запускаем такие огромные слезы из легкого монстра, это просто жесть. О, D20. Который мы сегодня видели в самом начале где-то. Крафтили. С D20, как раз, кстати говоря, по сути, D20 этому персонажу это шикарно. Может, нам кто-то с этого мог негодовать сразу, что типа я его наролил и пропустил. Я тогда не понимал еще, как мне вообще в принципе получить предмет отсюда. Что надо клавишу задержать, это интуитивно вообще нифига не понятно. Типа, такое действие в Айзеке за все существование игры вообще не нужно было зажимать клавишу использования пилюли или карты для использования активки. А это кто такой? Фризер. Бэйби. А, он ледяными слезами стреляет, который. Понял. Так, давайте там подонатим немножко. Сколько получится, не идеально, конечно, я тыкаюсь, по-моему. Можно было бы чаще. А, все, закончилось. Резко так заканчивается вообще. Так, и этот может мне дать какой-нибудь предмет? Если вот эти бэйбики части конжоинда, могли бы конжоинда собрать как раз. Но сейчас в конжоинде очень много бэйбиков, в принципе, существует. Которых раньше не было. О, а как это будет работать? А никак не будет работать, наверное, да? Скорее всего. Да, они, по-моему, не падают особо. Ладно, оставь здесь дальше есть проход. Ну, держи. Вы этого куда-то дели? Сердце дайте мне. Сердце. Меня радует, по крайней мере, что в Айзеке нет такой проблемы, как в Нойте, что от лютой какой-то странной комбинации начинает вылетать игра. Кстати говоря, смотрите, комбинация фулл сердца. Она дает вот эту вот штуку. Я ее другими способами получал просто. Там такие, типа, небольшие погрешности, судя по всему, уместны. Кстати говоря, получается, что... Фрути плюм дали ачивку, я не понял за что. То ли за какое-то количество убийств этого босса, то ли, я не знаю, снова молоко. Если у каждого будут свои, самые как его, рецепты,
Вопрос, можете кому-то попасться, например, такое, что будут рецепты за монетки какие-то очень крутые? Может же ведь такое попасться, правильно? Либо там будет какая-то закономерность изначальная. Что это такое? Я просто встречаю предметы все, которые я видел уже. Реально что-то крафтить вот так, это прям очень тяжело становится. Нужное что-то интересное. Может же человеку попасть такое, что у него за 6, за 8 монеток выпадет какая-то имба. Либо надо будет им какую-то, не знаю, по... Какую-то все-таки... Какие-то ограничения вводить, типа там за 6, за 8 монеток может попасть там один из 20, там 30 предметов, которые они изначально пропишут. Чтобы просто человеку не попадалось, например, там какой-то годхэт из-за этого, грубо говоря. Чтобы не было чего-то подобного. Опять не то прожал. Так, это стреляет ключами, активка. Нет, не надо. Нет, не надо. А. Давайте сердце поменяем, короче. Снова бог этот. То есть как-то мне пока на первый взгляд не совсем ясно, действительно, как вот это надо все собирать, потому что... Все то, что я хочу сдавать, оно очень однотипное. Снова то, что я видел. Вот фонарики я не видел, но фонарики я не хочу брать. Вроде комбинация огромное количество, а на самом деле как-то в забеге не такое большое разнообразие выходит. Парадоксально немножко даже. Двойка червей. Может, там есть какие-то формульные, конечно. Такие закономерности, что предмет связан с сердцами, больше сердцами и так далее. Как у нас 8 монет дали мне донат-аппарат. Хотя 8 сердец дали комнату шипаст, ну, типа, с намеком на то, что... Чтоб мне было, типа, сердца нужны для того, чтобы входить в шипастую комнату, все дела, может быть, так, вот такая там, не знаю, логика. Допустим, я сердце поменяю на ключ. Получим яйцо. Яйцо можно взять, это защита. Можно, типа, получать огромное количество предметов, но они будут мусором, возможно. Вот примерно так. О, фиолетовые шпицы, это которые за них недостающие сердца, по-моему, даются статов. За недостающие красные. Я чуть не особо хочу его, если честно. Как-то вот даже собираю же что-то новое при этом. При таких очевидных уже комбинациях, которые мы встречали. Еще раз. Около того, точнее. Что-то новенькое все равно попадается. Так, ну погнали, в общем-то, на... О, у меня сердце, кстати говоря, не достает, ай-яй-яй. Ну ладно, я думаю, что и так должен справиться в целом. Синим малышом тоже по-любому. Держи просто. Ну, взрывайтесь теперь. Ох, начинает плющить. Он как встал, начал летать. Ну, мы уничтожили его. Забираем красное сердце и погнали на мега-сатану. Это был простой бой. Что-то мы в нашем листе ачивок, в общем-то, позакрывали. В босс-раш, конечно, тут тяжко будет попасть, прямо капец. Потому что успеть это сделать все. Да либо знать маму Мегу, как крафт. Ну, в принципе, наверное, один раз нашел ее и все. Ну, правда, попробуй найди еще. Потому что... Если у нас, допустим, 100 артефактов связаны, допустим, с недопримитивными предметами, и все остальные могут быть завязаны как раз-таки на чем-то таком, что мы не так часто из пикапа встречаем. Я его руки отделю вообще от тела уже далеко. А все, я не могу стрелять, по-моему, да? Нет, я могу стрелять еще. К счастью. А сейчас не могу. А, у меня слезы сейчас, по-моему, падают. Или что-то такое в итоге. У меня такое ощущение, что я не могу некоторое время стрелять, а потом снова могу. Да, вот опять не получается. Снова, видите, не вылетает ничего. О, видите? Стоп, нет. А, они во мне находятся, что ли, еще? Они во мне находятся. Одна слеза какая-то. Ее плющит вокруг меня просто. Не понимаю, почему так. Если я налечу на моба, я смогу выстрелить. Как это работает? Я до конца не догоняю. Очень странная комбинация. Если кому надо ситвод, конечно, но это Каин. Тут, наверное, на ситвод вообще насрать. Вы можете из любого забега делать плюс-минус.
Плюс-минус одно и то же, по сути. У него нет рандома в плане того, что тебе игра надает предметы особые. Оп. Вылетело. Вылетела птичка. Держи еще, я все боюсь на его луч надо долететь. Он должен его кастануть все, наверное. Луч. О, пошел. Снова на мне. Странно работает. Я даже не знаю, надеяться на делириум мне или нет. Потому что это еще так затянется не забег. О, как. А, у меня же еще и линза, точно. Мы уничтожаем просто его выстрелы в щепки. Просто не выпускаем. На тебе, на, вот так, вот так, вот так, вот так я тебя мелким застреляю. Просто забулили его, он ничего не сделать не может нам. А слезы закончились. Все. А, вот все, возобновились. При этом урона не то чтобы много. Хотя 9.45 стата, кстати говоря. Правда, там почти сразу отпускал шоколадное молоко, естественно, урона от него не будет много. Что-то эксплозия взрывается как-то. Убейте его. Долго убивали, на самом деле. Я чувствую, мы делируем, замучусь убивать с таким успехом. Блин, он всегда открывается, что ли? Голд пил какой-то у меня открыли. Ну, поехали. Делириум так делириум. За век на 2 часа серии, точнее, да? Охренеть. Войд. И чё, как? А, ой ты, блин. Задамажился. Так, давайте-ка. Оп, сердце. Отлично. То, что надо. А, не знаю насчет того, насколько я хочу оттягивать бой с деревом. Может быть, я бы сразу на него пошел. Если, ну, типа, как кого буду встречать, туда идти сразу же. Опс. Сделочка. Ножик. Ну-ну. Как не всем ножик будет. Оп. 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 Что-то там набрали. Давайте еще ножик возьмем тоже. Попробуем выудить что-нибудь крутое. Рога Локи. А, Лил Делириум это или кто это? Пандора Бокс. Даст ничего на этом этаже, поскольку я помню. Или там одну монетку, что-то такое, помню, ничего. Опять Рога Локи. Хрен знает, что это. А, я это недавно открывал. Но я забыл, что это такое. Мне, по-моему, говорили о эффекте этого предмета. Не уверен. Почитал описание предмета. Очень забавный такой. Пока, когда ты заходишь в комнату с врагами, там появляется трещина на полу, которая... По которой, если мы проходимся... Я не вижу ее, кстати. А вот она. Если мы проходимся, в поле вылетает призрак. Фига, слушайте, интересный предмет. Очень интересный предмет, по-моему. Я по ней прохожусь, появляется призрак, который летит во врага и взрывается. Трещины могут по новой появляться. Но одновременно может быть только одна. Вот такой интересный предмет. Суд, Judgment. Давайте джаджмента создадим. Он нам, может, что-нибудь еще даст. Интересненькое. Дай предмет. О, заряженный ключ, давай. Это тоже все возьмем. Еще что-нибудь? Бомбу, давай. Посмотрим, что он мне создаст. По итогу. Из своего дропа. Практически. Еще сердечко. Давай, давай, давай. Ой, в конце предмет дал. Давайте монетку возьмем. Надо это нам точно. Не, ну это, наверное, брать не стоит. Это будет трэш явно. Мне не будет урона вообще. Это если стреляю в одну сторону, у меня будет терза повышаться, да? Мне тоже не подходит. Так, а это случайно не Бладиласт? Нет, та не Мия. Я их путаю местами частенько. Но мне было уже лень разбираться с этими предметами. На один предмет тратить столько времени, это, конечно, жесть. Оп. Этот предмет, я не скажу, что он какой-то сильный прямо, но он такой, он, не, он нормальный такой, вполне. Его бы найти на начальном этапе игры, он прямо может тебя вытаскивать, мне кажется. Очень, очень фаново играется с ним, потому что, не знаю, наступает на трещины, из них вылетают призраки. Прикольно звучит. Как по мне. Куда бомбы поставили, вы видели? И она взорвалась, причем она слева снизу здесь была. Может отмотать. И она взорвалась и ничего не сделала. Там не было взрыва самого эффекта. Как же бомба блющит. О, у меня к бомбам притягивается тоже? Все. Ну давай, пилюли. Пилюли. Хотя бы одну.
просто всякое собираем там по возможности. Что-то я случайно подбираю сам. Это нам не надо. Я уже забыл про нашу твинку, кстати говоря, напрочь. Здесь точно не делириум, но можно зайти все равно. Так, давайте выйдем, наверное. Так, синее сердце я возьму, потому что я не уверен в делириуме, потому что черт его знает, что там будет. Может быть, я подряд начну получить урон потом. Кирка. Тихо, он взорвется. Ай. Тут стреф, Ace of Clubs. А вот не надо. Не то. Что-нибудь другое ищем. Рюльница. Блин, зато прикиньте, как интересно, когда у каждого свои сейвы, свои сейвы, да, понятно? Свои рецепты. И найти какой-нибудь крутой рецепт, реально. Это прям очень такой надолго персонаж, многогранный, конечно. И на разных сейфах разный опыт игры может быть. Ну, такой тип. Опыт, точнее, схожий. Но процесс получения всего может отличаться. Не знаю, зачем это взрываю, если я могу сделать так спокойно. Давайте вместо этого... Да, господи, хорош. Гриб. Ну, давайте, он дамаг немножко дает, по-моему, да? Да, нормально так дал, кстати говоря. Это, по-моему, делириум, да? Да, это делириум. Не знаю, был уверен, что это он. Комната, в которой он мог быть, и прямо такая находится вдалеке. Максимально располагала. Я надеюсь, что я с ним справлюсь, по крайней мере, потому что, типа... Я его не... Так. Я не могу опять пальнуть нормально. Да, ёлы-палы, да, у меня опять музыка исчезла. Странно, почему слезы за мной так остаются, я не понимаю все равно. Снова у меня музыка так... В тишине будем сражаться, да. С делириумом такое стабильно будет происходить. Так, а все, закончилась неуязвимость моя. Больше я так его не потанчу уже. А слезы опять на мне застряли. Да, ёлы-палы, ну какого хрена? Ну, то они нормальные, то ненормальные. Не, по-моему, это что-то как-то... Не знаю, убьем его или нет. Неоднозначный бой. Вроде и забег сильный, а вроде черт пойми что. Мне этот предмет с электричеством понравился. Мне, в принципе, нравится эффект электричества в Айзеке. Где? Что? Кто? Ну, дайте мне слезы, пожалуйста. Может, мне не стрелять некоторое время, тогда они появятся нормальные. Не, не работает. Слез просто нет. Ну, подойдите кто-нибудь ко мне, чтобы я их сломал, я не знаю. Если я вот так... А, нет, я все-таки получаю урон. Я думал, может быть, у меня слезы будут вражески разбиваться об меня. Потому что на мне мои с линзами находятся. Ну, что за... Это что такое вообще там было? Летело. Ну что за трэш? Дайте стрелять. Дайте мне стрелять, я хочу стрелять. У меня просто целая куча каких-то ангелов, потому что у меня мега сатана походу наспавнил здесь всякого, да? А я стрельнуть не могу. Мне надо кого-то протаранить, да, я так понимаю? Оп. И теперь, смотрите, я смогу стрелять, да? Нет, не смог все равно. Хрен поймет, как работает. Ну, сердец много, по крайней мере, валяется. Меня это успокаивает. Ну, чем дамажить? Ай. Синее сердце, кстати. Оп. Красное тоже. Да хорош меня бить. Я не вижу, что меня атакуют там даже. Я не могу двинуться. Я не могу двинуться. Я не могу двинуться, ребят. Я тупо вот, я... Я не могу двинуться, я в сундук не смогу зайти. Я прошел багов крафтинг, открыли ачив. Вот видите, я двигаюсь. Я не знаю, как вам сказать, я двигаюсь налево наверх, можете мне поверить. Почему меня телепортировало? Вопрос. Почему мои бебики остались там? Я даже махнуть не могу. Смотрите, меня за экран выкинуло как бомбу. Я нахожусь не на экране, а почему босс умер? Я даже не обратил внимания, типа. А если я выйду... Спасибо, да. Continue. Я надеюсь, я не... Что звуки были?
Во, все. Это было очень странно. Господи, ладно, погнали, ребят, на выход. Что-то там пооткрывали всякого, короче говоря, за нее понемножку. Что-то тут закрыли, да. Делили у мега сатану, там все такое нормально. Но касаемо персонажа, опыт примерно такой у меня впечатление. То есть, типа, механика интересная. Но напрягает немного отсутствие разнообразия в том, что ты будешь получать в каждом забеге плюс-минус одинаковые предметы гарантированные. То есть, в любом случае, я вряд ли пройду забег, в котором я ни разу не соберу 7 монеток, плюс бомбу не получу палец, например. Но я всегда могу это сделать. И это, типа, то, что у меня будет само по себе даже собираться частенько. А какие-то более трудные рецепты? Ну, ты охренеешь разгадывать, ты охренеешь под них подбирать что-то, потому что, типа, даже собрав там белое сердце, синее сердце, пилюли, карты и что-нибудь там еще такое, я все равно получаю какое-нибудь там долбанное молоко или что-нибудь в этом духе. Что-нибудь из того, что я видел, что-нибудь бесполезное. Я не знаю, что из этого надо менять. То есть, если смотреть то, как персонаж задуман изначально. Ты, конечно, может быть, так и задумано, что ты должен каждый предмет прямо для тебя это ценность, что ты нашел рецепт, допустим, того же Sacred Heart, и все прям. Ох. Но с рецептами я понимаю, что это прямо очень халявно, и что-то я не хочу такое делать серию, потому что просто это будет очень долго. Он так-то долгий, капец. Механика интересная, но очень такой прям долгий забег получается из него по итогу. И разнообразие предметов, вот на первый раз, да, на первый, может быть, 3 раза у меня будет типа нормально, а потом мне кажется, что либо надо будет себя заставлять именно искать какие-то особые пикапы и все время скипать их, не подбирать самостоятельно, не использовать и впихать в мешок для крафтов, надеясь получить что-нибудь другое, либо разнообразие будет меньше, чем с другими персонажами. У меня примерно такое впечатление. Не это самое, не пытайтесь меня там осуждать, что такое еще. Я говорю, что именно вот с первой игры по нему вот примерно такие мысли возникают сразу же, потому что я не знаю, как это будет в дальнейшем, но исходя из того, что я видел, то такое вполне может быть, мне кажется. На этом, ребят, на сегодня все. В следующий раз будем открывать какого-то альтернативного персонажа, кого не знаю. Может быть, синего малыша нам остается, да? Беттани, Магдалину. Я не знаю, кого из них. Можете написать в комментариях, если есть какие-то предпочтения. Может быть, не знаю, посмотрим. На этом же на сегодня все, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был Леоми, как всегда. Подписывайтесь на канал, я буду рад. Оставляйте комментарии, оценить видео, тоже будет очень приятно. Вступайте на сервер Discord, здесь пообщаться. Ну а я желаю, ребят, всем хорошего настроения, такого же дня. Всем удачи, до новых встреч. Всех кусь-кусь и всем пока-пока.